Так. Привет, Рауль. Привет. Сейчас, минуточку, я... Как музыка играет, просто... Хочется просто... Я сижу, это самое, кайфую. Музыка играет. Ну-ка. Копировать. Та-та. Максимально комфортно, просто идеально. Музыка. Просто сейчас музыка играет, знаешь, Рауль? Так, минутку. Я сделаю потише. А нет, речь погромче сделаю. Погромче. Так, минуточку. Я надеюсь, звук я не забыл включить. А нет. Микрофон я не забыл включить, а то я поздоровался. Так, значит, многопользовательская присоединиться. Многопользовательская, подожди. Игроки пусто. А, чего? А, тебе разве не пригласил? А, пригласить? А, какой ты из них? А, давай вот этот. Какое приглашение тебе отослал? И еще лично тебя отослал еще. Так, минутку. Я посмотрю профиль друзья. Рауль. Да ё-моё, антивирус еще включился. Я тебе говорил, когда ты настроишь, собака, свой профиль. В игре. Так. Так. Минутку. Отменить. Профиль. Копировать. Показать. Войти. А, вот ты где. Непрочитанные сообщения. Окей. Да ё-моё, откросишь. Так, открыть. Открыть сообщение. Да. Так. Присоединиться к игре. А, вот. И код. Неверный пароль. Чего? 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре, да? Ага. Не, я... Окей. А, все. Ты присоединился, я тебя вижу. И по карте тебе, по-моему, вижу, да. Вот ты синенький. Так, земля себя исчерпала. Вы из тех, кто отправился в звездный форпост, чтобы начать с чистого листа. Найдите новый дом. Ага. И что? Escape пропустить. И что? Алло. Ну, и? Что мне дальше делать? Escape? А что за тобой скажу? Он мне что-то завис. Зависло? Да. Да у меня очень вкусный. Так. Так, пока он думает, я печеньки открою. Хотя бы что-то надо открывать. Понятно. Так, печеньки. Так, кофе. Должны быть. Кофе. Кола у меня есть еще рядом. Так. Escape пропустить. И что escape? Ну... Нифига. Мышка. Окей. Что за хрень? Окей, сейчас. Покидает игру? Да, присоединиться к игре. Принять.
Я присоединяюсь через этот, через... А, я тебе говорю, реально, Рауль, настрой Steam нормально. Так, минутку. Окей, да. Так, а он что, запустился вообще? Так. А, ладно, давайте вот такой запущу. Так. Так, опять заставка. Давай, вот так. Сейчас я тогда опять в Steam зайду. Так, а что у нас по записи? Так, сейчас по записи что у нас? Окей. Стэм. Я Стэм. А ты. А тебя нету в игре. Подожди. А, друзья. Как? А, в игре, подожди. Написано в игре. Ага. Так, друзья, списки друзей. Друзья. Еще раз. Пригласить в игру. А во. Так. Даю просто. Сказать все. Уведомление. Сообщество. Друзья. Так. Угу. Это пользовательская. Присоединиться. Алло. Закрытая сессия. Даже. Ой, я вообще по другую сторону. Загрузка. Да-да-да, земля исчерпала. Да-да-да, отправился на звездный форпост. Чтобы начать с чистого листа, найдите новый дом. Во, наконец-то, заставка пошла. Баба! Как громко! Вот ты лежишь. Ну, какой я грязный. Суслик. Так, миссия начата. Отсутствует предмет. Найдите своего робота. Замечательно. А ночью робота искать. Превосходная идея. Ага. А что бы и нет. По звездам легче. Ой, какая планета красивая. А, робот. Ой, я нашел своего робота, вижу. Валяется. Так. Красиво. Опа, она еще планета зелененькая. А вот твой робот. Тебе надо его смонтировать. Спасибо, гений. Ядрит красит, надеюсь, это не уран. Не урановая планета. Он такая зелененькая. Опа-на! Это что это у нас? Я могу это собрать? Отсутствует предмет. Подожди. Чего? Б. Б. Ядрит красить. А, если что, ты через робота только что можешь делать. Серьезно. Я вручную не могу ничего подбирать даже. Можешь, а помехи. Но только телекинезом. Телекинезом. О! О, отлично, у меня пикакс есть. Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, let's put that mech of yours back in one piece. Угу. Ручку забрал. А, я не могу забрать ручку. Едрит колотить, его надо удерживать. Так, робот.
Так. Так. Двигатель. День второй? Ничего себе. Да я не успел ничего сделать. Потому что я играл в это чуть-чуть время. Wakey, wakey, partner. Let's do some exploring today. Who knows what we'll find out there. Now flip that sucker sunny side up and hop in. We've got a planet to explore. Что-то у тебя там валяет. Чего еще не хватает? Стоит. Здравствуйте. Едет колотись. Что ты за игрушка? Инструменты у тебя есть? Еба. А какие инструменты? У меня пока ничего нет. Видишь эти оранжевые дымки, которые идут? Да. Вот это все инструменты, я надо их собрать. One kind of stops expecting guests after 200 years. Name's PIP-3R. That's Piper, for short. Up there in the sky. That blinking dot is yours truly. But enough introductions. Let's get you situated and make you at home. Два палатки построю. Окей. Слушай, она очень громко. А, добавить. И дрессины не хватает. А, все хватило. Так. Восстановите сосновую вершину и построить мастерское под завесом. Пожалуйста, тут только от... Как его? А тут нету вида другого, да? А, так типа третьего? Да. Смотрю. А, сейчас настройки, управление. Смотрю. Бежать, прыгать, не то. Режим робота, не знаю, что это. Изменить перспективу, не то. Настройки. Так, управление. Выйти, режим бега, сбросить, нету, по-моему. Игра. Ну да. Хорошо, хотя бы не надо строить эти самые какие-то города, так подобрать. Угу. Никаких деревенских этих. Да. Так, камни подбирай. А, если полное, то самим пылесосить, понятно. Я понял, в аду лучше не лезть. Ядрит колотить, это у нас какой-то этот... Как его называется? Трансформер Прайм. Да, трансформер в мирное время. Трансформеры это... занялись фермерством. Ага, надоело им воевать. Пора уже соседать. А, так, подобрать. А, еще одно оружие какое-то непонятное. Токсическая слизь? А мне вода нужна, а как ее? Ой. Well, abandoning the light year frontier for Mars does make some sense. It was a lot closer and would sustain Earth population, at least for a while. Я что-то всасываю непонятно, какие-то семена. Кусты. Построить
Малопресс. Что это, так, сушиный шкаф? Малопресс. Малопресс уже построил. Едет колотить. Трансформер. Еще в ту сторону надо идти. Блин. Ладно, построим еще один. Мало не бывает. А, на буковку Е выйти. Едрит колотить. Вот это трансформер. Ёб твою. Еба, это выхлопные газы выходят отсюда. Ебануться. Вопрос, а на чем он работает? Ага, точно. Это, как его, это, как его, двигатель от трактора тут впереди стоит. И аккумулятор этот, уран. Не, если, ладно, допустим, если на уране работает. Ладно, я пойму, если на уране работает. А, уран там может работать долго, конечно. А. Ну да. Построить, восстановить сосновые вершины, построить маслопресс. Маслопресс построил. Маленькая грядка. Хорошо, где пушилка? А мне нужно костер, можно. А вот. Депо улучшения. Малая грядка. Едрит колотить. Она, кстати, играет, а мало весит. О, я наконец-то подобрал этот самый. Ура, я все подобрал. А, пилу еще найти надо. Да, пилу. Ой, зачем я вышел? Чего? Чего? Он шариками стреляет? Чего? Вот как засасывать воду. Я понял. Пылесосом. Да-да-да, пылесосом-то пылесосом. Слушай, я тут дверь нашел интересную. Да, тут загадки еще. Тут гигантская дверь. Непонятная, с двумя точками. Ну, такими стрелочками. Так, минутка, а куда, ведь куда-то надо было идти, это сам, за пилой мне надо было идти. Вот их где-то, это, желтый дымок. Да-да-да, я знаю, я вот именно случайно заблудился, я просто пошел. А, ты вообще не туда пошел, ступенчатый пик ты где-то. Да-да-да, я, да, вот именно я там. А по квестам нам надо со стола вершины сначала почистить. А... Когда все инструменты соберешь. Миссия начата. Ёб твою, я упал. Бывает. Ешь вылезти. Давай, ёб твою. Ёб... Жора. Напился. О, я могу летать, я забыл. Я могу немножко летать. Oh, yeah, yeah, так. Длительности не хватает. Так. Желтый дымок. А, да. Ёб твою. Ой, я могу летать. Ой. Красавчик.
каком смысле восстановить песчаный пик? А на карте ты видишь дом нарисованный? Да, вижу. Это я построил нашу временную базу, первую. Точнее, это даже база, не база, первая. Это какой-то сарай. Все начинается с малого. Да. Надо будет паштета сделать. Обязательно. Внешний продукт. Рауль. Иногда ты думаешь, откуда я беру столько силы терпеть, да? Да, вот откуда ты столько терпения у тебя? Ой, меня терпеть именно. Так, ладно. Ладно, погнали. Короче, я собрал все эти самые, короче. Рауль, я собрал все инструменты. А? А-а-а, это грядки? Да. А что, сделай еще одну. Ой, древесины не хватает. Пора, древесины... А, пилой надо, я понял. Серёжа, он не пилит, он... Бьёт, да. Бьёт. Чё, древесины? Пожалуй, а куст можно... А. Куст можно тоже пилой долбать, я понял. Да, пилой все, это как кирка. Подожди, а камень да. Тоже? Да. Серьезно, да это же... Да ладно, это же не пила, это же какой-то... Да, мультитул какой-то. И в одном. Ну да, и пила тебе, и это самое, и долбилка, и это самое. Ёб твою. Я на кого там наступил? А, да, что на меня орёт? А, здравствуй! О, Павел Михайлович! Здравствуйте. Я Павел Михайлович. Вот убегает от меня, убежал. Это Павел Михайлович еще не успел эволюционировать. Ай, пожалуйста, я тебе могу долбануть, мне честно. Давай проверим. Нет, нифига. Не. Это будет наш это, дай 5. Опа, кстати, я могу посмотреть. Ай. Кстати. Ай, да ё-моё! Да я не, на тебя не хочу нападать. Я на тебя. Да, так, смотри. Вот давай я. А, я не могу, я перегружен. Не могла загнаться. Я на тебя хочу посмотреть. Ага. Ты работай, работай, ага. У тебя тут. Так, дерево. А, мы уже тут дерево, как у тебя какая-то бочка есть сзади, типа. Бочка? Покажи. Не на тебя посмотрю. Да. А что это? Что это? Заморозка. Так, минутку. Нет, мне только 3 семя. Посадить семечко, лунку или спать. А, мне построить сушительный шкаф для корма. Да, это надо. Сушительный корм для шкафа, чего? Мастерская под навесом. Сушительный шкаф для корма. Ага. Вот она. Сушильный шкаф для корма. Сейчас сделаем. А, ты уже... Я построю, да. Пускай будет здесь. Это что это у нас? Подожди, маленькая палатка. Да, это спать надо. А как я и лягу спать? А надо выйти из робота. Я понимаю тебя. Я понял. Не, понимаешь? Я сейчас в роботе хожу, это самое. Нужен один из двух, да. Это самое. Мы вместе палку залезли. Да. Ну понимаешь, в Европе живем опять. А, ну тогда, если в Европе, тогда принято. А я могу твоего робота съесть? А, не могу. Я тебя разберу! На металлолом! Я тебя забрызгал. Я тебя на металлолом разберу. Ё-моё. Опа. А, мне масло надо сделать. А масло делать из этого. Подожди. И готовить... Чего я?
Пожалуйста, из чего масло делается? Вот, мы столько можем... Масло-пресс сделал. Масло-пресс? Растительное масло. Так, растительное волокно? А, растительное волокно, да, получается, оно делается? А, смотри, здесь сорняки растут, их надо пылесосом убирать. Вот видишь, вот эти красные, вот эти растут, это плохо. Их пылесосом, их надо убирать. Это, кстати, игра будет далеко не скучно, будет много чего происходить. Через день. Ой, а это нормально, что я по грядкам хожу-то? Да, да, да. И поливать надо, если сухо стало. Сейчас, где вода, вот. Еп твою. И нужно полить. Подожди. Ой. Ой, нет снарядов. Есть, смотри, снаряды для дерева, деревья сажать, а есть семена для гряд. А, вот, водичка. Да ты что ты, я тебя пописаю, на. Пойдем, почистим одну локацию. Давай, а, слушай, дело, если ты видишь вот эти синие ягоды, собирай, это вот это что первое будем сажать. Да. Я понял, пылесосом меня надо. Да, а животных здесь надо кормить, и они будут давать какие-то ресы полезные. А, я понял, убивать их бесполезно, я понял. Ага. Это потом. Опа-на, пожи. Необходимо. Улучшить пилу. Нам надо построить специальные верстак, то будет надо улучшать робота. Поэтому сначала по квесту пойдем. Правильно, да, с новой вершины. Да я знаю, что вот эти вот надо чистить. Вот эту хрень. Да, я понял. Я ее водой. Я знаю. А вода, вот если что там есть. Да, я знаю, а водой пылесосом собирается. Это я уже понял. Я сначала тоже не понял, как воду собирать, если в воду нельзя зайти. Я тоже не понял. Я тоже, короче, не понял, потому что, типа, как можно... А, на ферме, кстати, тоже будет это загрязняться, не только сорняки. Серьезно? Да. А ты... Как его называется-то? Это самое... Так, минуту, я воду сберу. Окей. Вопрос, а тут только надо это самое, типа... Типа фермерством, типа, занимается? Заниматься? Фермерство, экономику, понятно. Деньги здесь тоже есть. Прикольно. Доллары. Продавать овощи, там все это. А? Там будет продавец пролетать, надо площадку построить. Специально, где они будут приземляться и можно будет торговаться. Прикольно. Слушай, а тут как его нету? Как кто-нибудь нападает на нас или кто-нибудь такой? Будут эти сорняки расти, всякие вот эти сверху. А, будут пузыри нападать. Они будут загрязнять. Их надо отмывать водой, походу, было. Чего? Пила. Их можно продать. А вот, сюда. 37% почистили. Ага. Ну здесь не обязательно фермерство, здесь больше, если когда почистим эту локацию, освободится. А? Здесь будет это железо. Токсичная пыль. И они через день будут в этот ресурс восстанавливаться. Ух ты. Прикольно. Да ёп! Да ладно. Ой, заебись! Да ты серьезно, да, упал? Прикольно, вопрос, а как я могу поднять робота, если он такой мега тяжелый? Крепкие руки этого дрофа. Да ёпт! Залетать, конечно, не могу, но здесь за тобой приду. Вот сюда, через горочку, если видишь. А можно здесь как-то указывать? X нет? Вот. Да, я понял, я видел. Идём. Это я. Привыкай, это я рукожопый. Человек. Сейчас я такой не ожидал, что ты так упадешь. Да я уже это самое, пока искал этот самый, как его называется-то. Инструменты.
Физика. Пожалуйста, я... А, я в тебя не могу войти. Я в это... Это Я думаю, в второй. робота, я думаю, если что. Ага. Типа коллизия есть этих самых роботов. 50%. Давай там почисти, я наверх пойду. Ага, у меня тут два. Окей, давай. Ага, у меня закончилось сейчас. С водой проблема, конечно. Да. 57. Ну, вдвоем мы быстро справимся. Так, тут пила есть еще. Так, а, во, вода. Буквально рядом. Я понял, в аду лучше не лезть. Вода это... Ай, можно... Вода снова жизни. Не, вода можно утонуть. Робот тут бульбой сделает. Робот не умеет плавать. Да я знаю, и он тяжелый. Да, транс... А, ёб твою! Рассказать военным, как трансформер можно победить. Науль! Ты упал? Осколки Жиода? Жиода, да. Идиода. Жиода. 77. Ай. 87%. Да он неустойчивый робот. Для... Да, это фермерские. Местности. Это тебе не... Ёп! Это тебе не... Не трансформер. А, не, я могу прыгать спокойно. С высоты нифига не будет мне. Все, почистили. Да ёп. Можем тебе... А так, остальные завершены. О, фоторежим? Фоторежим, да, даже. Мы можем возвращаться домой, потому что на следующее утро только будет все готово. Окей, скрыть интерфейс на F. Пока собирать семена, будем сажать. Параметр, настроить параметр, высота, сбросить. Надо животных накормить. Могут дать очень полезное. Построить депо улучшения. Надо полом сделать. Так, полдень. Окей, погнали. Луга. Ага. Это вода, это пылесос, это у нас этот. А, если что, не забывай дерево сажать, это очень важно. Ой. И полить. Да ёб твою. С семеном пока маловато. Пожди, дерево посадить? В каком смысле посадить дерево? У тебя есть два, вот это, две пушки, да, одно сажает для дерева, чтобы сажать, а одно просто для фермы. Сейчас, тут есть, сейчас, о, кстати, можно менять от третьего лица. Нажми колесо, кнопки колеса. А, ну, во, это уже что-то... Два дела, да? Да, ну, вот так вот тоже интересная игра, тоже. Да, Подожди, по насчет колеса, у меня есть вот такая пушка. Сейчас скажу. Вот это, по-моему, для дерева, а это для семян. И есть вот это вот. Такой тут голубой какой-то штуковина есть, голубая. Да, это голубая штуковина, это семена для... О, не-не-не, лучше сюда начнем. Все подряд. Ну, ладно, пускай будет там. А, все, у меня закончилось. Это вода? А, вода, еще полить надо обязательно. Пис-пис. Ах, и пылесос. Так, а... Надо пока ресурсы пособирать. Давай идем тогда. Работать, покормить.
хороший корм, требуется растительное масло. А, вот, вырос. Растительное масло. Количество, опять, штук будет делать. А, уже сделали. Ой, это... Стоп, а это... А, на тап... На тап есть это самое. Древесина, осколки, камень и... Так, стандартный корм. Стандартный корм же есть. Да, я подобрал, то есть у меня в инвентаре. А, перегрузка. А, у тебя? Тогда ты накорми. Покормить. Есть. Пошли, а его... Опа, а я... А вот, видишь? Алюминиевый стержень? Откуда? Да, у них выпадает. Перегрузка. Пошли, а у нас так. Тут нету склада. А можно построить эти ящики? А ну конечно, как всегда. О, слушай, а что ты не говорил, что на Q... На Q можно выбирать быстрее инструменты. Во! А, и можно почитать. Шипастая пила. Вакуумный сборщик. Короче, это будет у меня пылесос. Дробилка. Это что? Побегастрел. Это древо, окей. Семечко с мед. И плюс это вода... Окейушки. Я понял. Окей. Будем это лейкой называть. Нет, это, короче, это, я просто, чтобы запомнить это себе, это... Ага. Так. А, во! Перегрузка. Добавить. Что-то требуется А, оно из дерева делается, я понял. Оно еще из дерева делается. Окей. Так, где у нас? Вот это. Перегрузка. А, во, побег зеленого дерева получил я. О, отлично. Так, что... Ой, еще семя дерева выпало. Так, где тут начал сажать? А вот. Как-то красиво так. Перегрузка. Во, я могу посадить дерево. Да, вот сюда. Вот он начал, вот он. Ой. А я его... Указателя нет. Или есть тут указатель? А его надо поливать, дерево? Я не знаю. Я думаю, на всякий случай полей. Я полил-то, брызнул ему. Перегрузка. Так, общие. Инструменты. Режим сооружения. Интерфейс. Во, я построил, наконец-то. Я могу сюда алюминку засунуть. Алюминку. Камень у меня дофига. Кинем сразу же. Это что у нас такое? Осколки из живота, зачем мне она? Окей. Короче, я все скидаю, потому что у меня слишком много. Блин, дерево. А, дерево, 3 штучки у меня. А, ты уже собрал. Фу, тогда ладно. Хватило. А, пожалуй, у меня тут 3 штуки было дерево. Окей, я сейчас засуну. Во! Шикарно. Я засунул дерево. Так. А, ты все ящики поставил? Отлично. Сейчас припаркуемся около дома. Оп. Построй депо. Сейчас. Да. Идем поспим. А уже можно? Конечно! Сейчас. Ты что, ждешь приглашения? Так, секундочку, все, выхожу из своей машинки. А я из машины не вылез. Во, видишь, типа уже основные вершины восстановили. И вот залежи появляются эти. Серьезно?
А, и камни они нужны тоже очень сильно. Красные штуковины. Я вот про этот самый, вот про это говорил. Про вот это вот. Да, когда мы локации почистим, тогда эта дверь откроется. О, сегодня поливать не надо. Ой. Так, где мой пылесос? Вот он. Вот первый урожай. Резина. Это резина выращивается здесь. Да. Так что поставлю их. Пожалуйста, это что у нас за желтое дерево? Это дерево растет маленькое у тебя тут. Это пускай дерево. Зеленое дерево. Это пускай это дело. Это, слушай, это хорошо. Вот. Это что такое вот это вот? Вот так. Заборчик. Опа. Слушай, надо как-то... Ой, пусто. Пусто. Окей. Пусто. О, можно накормить. А ну-ка иди сюда. Накормить животных одной из... О. Так. Площадка для торговцев. Да, нам надо это сейчас сделать обязательно. Сейчас. Это вот туда, где мы почистили, там надо сходить за этим камнем. А, мы... Надо сначала до улучшения сделать. Знаешь почему? Эти красные камни, ну? Они будут добываться тогда, когда мы улучшим нашу эту дробилку. А, депо улучшения? Нам надо алюминиевая рама. А где оно, депо улучшения? А, вот, все вижу. Камень, алюминиевый стержень, алюминиевая рамка, да? Да. Вот это вот, ты видишь ведь сейчас, да? Да. Ты видишь эти, как его... Слушай, а как мы будем строиться, Рауль? А, я думал, все нужно рядом. Вот здесь, да, где вот синий занят. Да. Где-то... Вот здесь давай лучше. Вот тут. Где? А где? Я тебя не вижу. Да, а, вот. Где-то здесь. Но тут я не могу наверх поставить-то. Надо как-то ставить вот, так, чтобы... Вот здесь, да. Не, надо ставить так, чтобы оно... Чтоб не мешалось, во-первых, и мы могли бы с тобой это... Пошли, повернуть. Свободная... Чё? Свободная расстановка? Чё? Left shift? Повернуть. Ага. Ага. А, сборочное устройство. Вот что нам еще надо. Вот. Я здесь поставлю. Потому что здесь мелко. И нам надо это построить. Оп. Нам надо еще алюминиевый стержень. Растительное масло. Так, камень. Так, камень я засунул. Алюминиевый стержень. У меня 5 штук только. Подожди, алюминиевый стержень это где появляется он? А так где, помнишь, мы тебя почистили? Давай тогда идем? Или... Да, нам надо добыть. Давай идем. И заодно воду еще возьмем. Окей. Вот я сейчас накормлю. Что-то даст. Подожди. А, слушай, а его нельзя этих животных поймать? И чтобы не бегать по полю? Можно, но это позже откроется. А то, знаешь, забодаешься по полю каждому бегать их это. Чего? Алая капуста? Ага. Да. Это семена. Ёб твою, да ём. Кью. Пылесос. Ага. Во. Я еще не привык, кстати. Так. Да, окей, не проблема. Окей. Вот эти семена их собирай. Ах ты, собака, стоять! Крыса? А где они, кстати? Эти стервы. Они где-то внизу, да, были? Во-во, красная какая-то. Так, а ну-ка. Шипастая пила. Начну собирать ресурсы. Залежи алюминий нашел. Ёп твою.
Две штуки. Следующий меня подряд. Окей, вот что такое делать? На кью быстрее. Оп. Ай! Эй! А! Дабы упал. Не. Ты украл... Окей. Мои... Мои алюминки украл. Мне самому алюминий тоже нужен. Надо очень много алюминия. Потому что надо будет сделать из алюминия эти рамки. Да-да-да. А, ты то же самое, то, что... Я делаю, окей. Красный... Чего? Красный... Василёк? Куст. Окей. А, здесь ещё машину можно красить. Поставь пила. Окей. И семена собирай обязательно. Да ёбаный! Чё, опять? Я решил поплавать. Приятного купания. Спасибо. Очень. Поплавать. Просто я это сам собираю тут кусты. Угу. И случайно упал. Вот это... сколько полезных семян. Это радует. Так, водички надо набрать. Ой, извини. Я думаю, их убить можно, а их надо накормить. Ты перепутал. Убить и накормить. Ну да, да. Я не знаю, кем я хочу быть. Тираном или добродетелем. Да, да, да. Дорогие... Как там было? Иранцы. Я это самое, я недавно это... Играл в этот. Во что ты играл? Far Cry! Что-что-что? Far Cry 6. Ага. Кстати, можно... Ёп! Гнездо! А можно? А-а-а-а! Ебануться! Короче, Рауль, ты знаешь, что можно играть? Far Cry 6! Типа... У меня она куплена, Far Cry 6. Покормить. Ага. Ой. Короче, там есть... короче, там есть режим. В этом самом Far Cry 6. Если я не ошибаюсь, то... Подожди, это что у нас? Ага. А типа второй год может бесплатно играть? Да. Если у одного есть. А, да. Знаю эту функцию. Это, кстати, хорошая новость. Вот. Ой, что за звук такой был? Ну, а тебе надо раму сделать. Да, покормить животные, построить площадку для торговцев. А, они мгновенно делаются, хорошо. Окей. А, тебе нам надо построить депо, депо вложить. Надо опять алюминий, стержень, 4 штуки. Пожалуйста, алюминий, у меня есть 3 штучки алюминия. Надо еще одну. Да откуда я тебя возьму? Есть где-то, посмотри внимательно. Блин, но не хватает. Да, он медленно бегает. Или животных накормить, иногда не дают, блин, траву давай. Луга. Да, он нашел. Нашел, нашел. Ой, семена заодно. Так это что у нас такое? Чего? Алая капуста. Окей. Алюминий мне стержень 9 штук. А, еще если заодно возьму, потому что там будет улучшение надо делать, потом опять потребуют металлы.
пылесосить. Когда машина перенагружена и лут не берет, надо пылесосить ресурс. А, эти крыс тоже можно кормить. Окей, я посадил этих самых. Да, сажай все, что есть. Потом мы построим площадку торговцев. И мы сможем оттуда семена покупать, пшеницу, необходимые семена пшеницы, все необходимое. А, окей, я тогда все выложу, у меня просто полный опять. Окей, так. Это что у нас такое? Вот еще семена нашел. Волокно, забрать. Волокно. Растительное масло. Окей. Чего? Растительное масло. Масло резинки. Чего? Окей. А, еще раму надо сделать. Одну надо. Одну рамочку. Одну раму сделать. Одну штучку. Я хочу тебя спросить. Чем я забыл кормить этих животных? А тебе надо сделать вот это растительное масло. Только не синее, это для производства. Там, а вот это зеленые бутылки. Да. Растительное масло делаешь. Потом идешь сюда. Сушиные рецепты. И хороший корм есть. А, кстати, синий тоже надо делать. Масло резинки. Это который этот хороший корм. И траву надо собрать, естественно. Серьезно. Так, посмотрим, что там было надо. Ага, я понял. Надо опять за алюминием сходить. Чё, маловато будет. Одна штучка только. По-моему, только утром сможем сходить. И опять надо будет всё добыть. Открыть. А улучшение для робота, модификации робота. Мне надо это. Ага. Масло резинки делать. Нам надо посадить теперь. Так. Всё, посадим по максимуму. Металл мне как-то алюминиевые детали. А, дерево. Масло резинки 18 штук требуется. Отлично. Ух ты ж. А так, а для торговца нам надо... Офигеть. Чего? Дом. А где торговец? Площадка торговцев. Будет рядом. А, не хочет красиво лезть. Жаль. А, давай будет с видом вот туда. Чё-то лимите всё. Хочу вернуть. О, надо в любом случае завтра сходить. Потом у нас дальше надо будет восстановить ступенчатый пик и дальние утесы. Построить площадку торговцев. Красный кристалл, тут и будет, офигеть. Да, но это сначала надо улучшить нашу дробилку, чтобы добыть красный камень. Да, я понял. Ну что же остается тогда делать? Гулет? Да. Гулет. Кстати, не выходя из машины. Доброе утро. О! Ничего себе.
Эти, кстати, семена резинки, они растут довольно быстро. Семена резинки. Так точно. О, я вижу, это два моих. И заодно сразу посадить. А, нету резинки. Чёрт. Так, 5 штук. А что я создаю? А, алюминиевые детали. И мне не хватает еще алюминиевый стержень. Надо сходить. А у меня даже ком закончился. Вау. Опять, как его называется, гринделка. Опа. Гринделка. Ну да, ну, опять мы с тобой это... Надо... Восстановить же желтый лес. Да, все районы надо восстановить. Это что? Окей. А то что, стержни не выросли? Или тут медленно восстанавливается? Постепенно. Так, что ты стоишь тут? Ага. Да я не тебе. Ой, тут дерево у меня тут. Да, да. Да ёпка. Ага, тут стержни не выросли, кстати. Ого-го. Не выросли? Нет, по-моему, они через 3 дня только восстанавливаются. Нет, Рауль, я два стержня подобрал. А, подобрался? Ой, да, у меня 2 стержня. Ну, не 2 стержня, а 2. Я упаду. Еба! А, еще дробилка какая-то будет, кстати. О, ничего себе. Грауль. Вот одна колонка даже будет. В будущем. Это вакуумный сборщик. Я пока не могу найти эти новые стержни. Окей. Вакуумные. Я надежда на тебя. Угу. На меня надежда. Сколько стержней? У меня 7 штук. О, это хватает. Можешь мне их передать? Это утро дождливое. Но хоть поливать не надо будет. Так, а что тут требуется? А, красный, это красный кристалл. Так это что это у нас тут? А, устройство. Алюминиевые стержни, пресс для цветов, депо улучшения, хижина. Скворечник, объем инвентаря 1, режим, ага. Ого, сколько у меня семян. Ой. Так, а стержни передашь, пожалуйста? Да. Ой, это... Чего? Ой, погоди. А как ты мигаешь? Прости. А, F. R? F. А, нет снарядов. Давай я учу это самое, подожди, а я не могу ведь, ой, подожди, я могу открывать ящик, отсюда, во. Так, вижу. Так намного будет лучше, быстрее, чем это. Ну да. А семена сразу сажай, если тут будут.
А, производство масла. Так, Б. Б. Засетка торговцев. Еще надо масло. Это что у нас? Факела. А, костер. Так, хороший корм. Тазик. Нет. Стандартный корм. Сделан сначала подтвердить. Белевая веревка. Лакшток. Тишина. Окей. Ага, подожди. А я могу ведь? Подожди, я могу. О, опа. Сейчас я включу. А, почтовый ящик надо поставить обязательно. Фу! Другое дело! Во! Во! Отлично! Во, шикарно! А, во! Я могу... Это на джойстике. Вот такой вот оно мигает, я понял. Это что? Ага. Объем инвентаря, чтобы увеличить, нужно два алюминиевых грамма. Вот. Да. А, во! Намного удобнее, кстати, теперь. Да. Дороги надо еще строить. Во! Шикарно. Да, я тоже могу помигать тебе. Оп. Ага. Так, еще масло. Как же медленно производится, по минуту. У тебя есть еще растительное масло где-то? Ой, не растительное, ага, вот это. Масло резинки. О-о-о, тут есть режим вот такой. О, камень здесь дам. А то со временем вес перевес. О-о-о. Ладно, я пошел. О, сейчас масло выпадет. Так. А я камень могу так? А, нет, камень можно учить. Да, я понял. Камень лучше так вот долбать. Я понял. Камень так долбается. А вот кусты лучше вот так вот, да? А, все, я понял. Кусты лучше вот этим долбать. Вот так вот. А, я понял. Так, надо кого-то накормить. Иди сюда. Ты хочешь кушать? Хочешь, конечно. Я кушать не хочу. Я недавно это кушал колбасу. И кошкой тоже покормил. А животных надо кормить. Я утром это самое, я... Подаю это самое, паштетом покормил. Кошачьим. Ага. Ну, такой корм есть. Такое жидкое, ну не жидкое, а такое... Как пюрешка такая. Да, за меня, кокот тоже. А, да, у тебя тоже. Ну вот, это. Так что все знаю. Но у меня не ест мозг вообще категорически. Мне такой сухой ест. Моя все кушает. Не знаю почему. Особенно что вот, когда я кушаю. Как его называется-то? Особенно когда я кушаю какую-нибудь. Этот, не корм, хотел сказать, корм кушаю. Когда я кушаю этот... шпроты. Во, особенно приходит ко мне. Пошли, вот на это меняется, правильно? Вот на это. Ага. Пошли. Посадить. О. Попасть сюда. Что ты предложишь? Отлично. Ой, да ёпту, куда ты идешь? Дурак, что ли? Отсюда. Сытый. А ты у нас сытый? Рауль, ты играешь на чем сейчас?
На клавиатуру мышки. А, клава мышки, а, понятно. А я на джойстике. У меня джойстик тоже рядом есть. Пойти... А, на X прыгать. Пойти... Нет, не на X, на A. B это строительство. На X это что X? А, на X это выйти. Чёрт, ещё надо ждать, ну ладно. На X. На X. Так, что это у нас? Дерева нет пока, да? Это у нас... А, это меняется вид. Я понял, это меняется вид. Эта кнопка что делает? А, я могу на это менять. А, быстрее. Ага. Я, ну и на это, ой. Пошли. А, на это я тоже могу менять, кстати. Я понял. Окей. А, может просто давай скипнем сейчас, пойдем поспим. Если вообще возможно. А, да, да, точно. Давай так и сделаем. Сейчас поставлю растительное масло. 5 штук. И давай. Выполняется сохранение. Накормили всего одну из трех. Восстановление источников ресурсов. Чуть-чуть. Видишь палочку? Индикатор. Из третьей. Вау! Смотри, как богато. Хотя смотри, как богатый урожай. Резина. Собираем. А, капуста еще не выросла. Сорняки убираем. И надо полить. Дождя нету сегодня, придется поливать самому. Капуста. Можешь полить? Да, конечно. Ща найду я эту. А, чего нет снарядов? Чего? Чего? Сейчас, а ну-ка. Сейчас. Переключусь обратно. Раз. А, сейчас. Надо сгонять за водой. А у тебя увеличилась мощность? Или каждого робота отдельно надо? Мощь из чего? Я только что улучшил шипастую. А сейчас подойдешь, разберемся. Оба! О, побег желтого дерева. Надо посадить. О, 3 штуки дерева, ничего себе. Раз. Два. И еще есть. Супер. Так, тут посадить. Так. Ой. Пылесос. Ага. Побегострел. Семочка мед. Вот я про... Да, полива. Нет снарядов. Чего? Ведь у меня воды есть. Шланг для полива. И чё? А, выбрать снаряд. R. Все, я понял. Все. Сейчас вода кончится. Спасибо. Ага. А, пойдем со мной? Да, идем. Есть один единственный способ это проверить. Давай. Если нет, это, блин, это для каждого надо делать. Это жесть будет, конечно. На тебе. Попробуй сломать вот этот камень. Вот этот камень сломай. Необходимо шпиня. Да, это я понял. Каждое свое должно быть. Чего? Вода. О, вода. У нас.
Ну, это чтобы близко к нашей ферме было. Слушай. Заодно и возьму. Где это у меня? Тогда слушай, тебе надо этот стержень найти. Алюминий стержня. Да, спасибо, гений. Да, и вместе сейчас соберем. По дороге как раз ходим за камнями. Жалко, что нет этого общего развития. Как-то по-дурацки течет. Ну ладно. Не страшно. Сейчас все сделаем. Опа. Чего требуется вакуумный сборщик? Да, чтобы семена собрать. Okay. Вот камушки. Кстати, я это... Переключаюсь, это самое... На что там переключаешься? А я это самое... Играю и на клавомышке, и на джойстике. Да, так ладно. Это no problem. Так, а мне есть 7 штук. Тебе пойдем поищем тебе алюминий. Их надо очень много. Так. А интересно, по алюминию. Требуется чего? А, чего, чего? Шпастопила требуется. Шпастопила. Куст. Да ёб твою! Это ты свалился, как будто с бара выкинули. Ай, наливай, ёбаный! Не хочет, никто не хочет. Зачем мне право на робота выдали? Да. Европейский, да? Да, напился тут. Это прикинь, ты сдал экзамен на машину, и ты сразу в первый день её за рулем пьяного сел. Да, хорошо, что тут гаишников нету, которые оштрафуют. Какой оштрафуют? Это в лучшем случае оштрафуют. А вот права могут забрать всегда, вот это обидно. Да. Обидно, бля. Деньги всегда можно работать, а права нет. О, я вижу, наконец-то. Я вижу. Yes. Вижу. Единственное, знаешь, какая мне надежда, что вот когда построим этого торговца, да, как бы и будут продавать эти материалы, тогда я смогу тебе помочь. Помочь, так, минутку. У меня 5 алюминия есть. 5 штук? Отлично. Ай, господи, пылесос 2, лучше через цифры запоминать. Так, семена тебе надо будет. Большая сосна. О, ёб твою. А тут много хлама падает. Мягкая древесина. Уроки Павла Михайловича начинает. Чего? Побег обнаружен. Окей. О, алюминий. А где наш дом? А вот. Прямо по курсу. Так, травку только дал. Алюминий. Ты тоже, да, видишь, что справа открываются рецепты? Да, вижу, что справа открываются рецепты. Видим, это хорошо.
Воду надо набрать. Птички набрали. Так, а что у меня? Подожди, как открывается тогда? Подожди, вопрос, а как открывается тогда? А, нет, это вид меняется, а это не то. Это меняется вот это. Подожди, Y, нет. А, это строительство. X это выйти. Перегрузка. Подожди, а чё, а как посмотреть? R. Это у нас R. Есть, это, такой... это свет R. Это у нас Ладно, я иду. Вечер. Потом мы пшеницу посадим. Надо грядки еще сделать, это уже грядок не хватает. Ладно, и посадим. Перегрузка, да-да-да, перегрузка, загрузка. Так, цветы посадим вот сюда. Пускай красиво. Так, а где пилу улучшается? Так. Депо, депо улучшения. Депо улучшения. Так, сосна. Это что у нас? Шош. Уфо. Так, лучше поливка, поливка. Так. Вот не знаю, надо поливать или нет, но на всякий случай по чуть-чуть. Депо улучшений. Ну, допустим-то. А, депо улучшений, ну-ка. Подожди, и что у нас тут? Вот, шипастая пила мощь 1. Алюминиевые детали, 5 штук требуется, правильно? Да, сколько тебе надо? Алюминиевые детали, 5 штук, сейчас пойду посмотрю. Алюминий тебе есть еще? Алюминиевые рамка, детали. Алюминиевый стержень, масло резинки. У меня есть 6 штук. Масло резинки, тебе спасибо. Масло резинки, 6 штук у меня есть. Масло резинки. Дайте скину. Я тебе сейчас скину. А как тут кидать? Выбросить. Держи. Ой. Так. И возьми алюминий. Ой, эти, да. Зачем? Вот, да чё я... Пылесось. Можешь пылесось. Тоже работает. Теперь здесь вот это... Открыть. А, вот, растительное волокно. Подожди, растительное волокно. Подожди, оно крафтится, да? А, да, оно крафтится. Да. И, кстати, можно больше сделать, чтобы крафтили. Куда идем? Сейчас я помню. Так, сюда. Не автоматически. Так, вот, шипастая алюминиевая деталь. Так. А, тьфу, мне надо... Эти. Подожди, о. А. Алюминиевые детали мне нужны сначала. Окей. Алюминиевые детали. Окей. Подтвердить. Масло резинки ты будешь опять. Окей. Ёб твою. Так. О, алюминиевые детали. Окей. Забрать. Сборщик, алюминиевые детали. Масса резинки тебе будет офигенно много. Окей. Растительное масло. Чё? Чё? Растительное масло. Окей. Масло резинки. Тут очередь есть, ага. Понятно. Массопресс. Подожди, массопресс. Минутку. Массопресс, где это у нас? Массопресс. Массопресс это... Да ёпта, он что-то мне выкинул. Тебе что не хватает? Растительное или резинки?
Так, резинки, резинки, так не хватает резинки мне. Окей. Резинки. Я тут крафчу. Так, минутку. Он делается из волокна, правильно? Естественно, волокно делается. Сейчас еще подкину его. О, 5 штук тут. Так, что еще можно улучшить? Так, алюминиевые детали. Так. Ага. Масло из алой капусты. А, вот для чего. Алю. Скорость бега можно убить. Масло резинки, так. Давай. 3 штуки опять. Ага. Объем разливаемой воды надо 18 резинки. А... Я, знаешь, что предлагаю? Ну? Построить еще масловыжималки. Массовый пресс, минутка, где? А в каком оно делается? А где оно? Этот при... Ой. Сейчас смотрю. Сейчас. Она делалась. Она делалась, где шестеренки нарисованы, в первом категории. Да, устройство, а вот. Камень и древесина, да? Вообще четко. Я не могу сюда засунуть. А можно сюда. Сюда можно, это О, я сюда могу засунуть. Эти. Да, ёб твою. О, я могу сюда засунуть еще одну. Окей. Только древесины мне не хватает. Чё-то побери. Окей. Так. Так еще надо деталями. Вот еще. Я жду. Окей. Так надо мне. А большое дерево тоже могу. Перегрузка. Сильно не хватает. Окей, да ёб твою. Так. Сколько у меня это? 4 детали. А, я могу сюда запрыгнуть. Ничего у меня не будет. А, 4 из 5. Блин, еще нужно. 4 из 5 алюминки. Мне нужны эти самые. Алюминий? Смотрю, у меня больше нет. Не, я не про алюминий, мне нужен этот. 4 из 5 чего? Масло резинки. Нужно. Масло резинки. Масло резинки. Так, добавлю. А, больше нету. Пускай варит. Масло вот добавим. Резинки. Так. У нас какое-то производство начинается. Подожди, это ж... Так. Везде пусто. Здесь камень. Все полито. Камень. Можно бочку. А для красоты поставлю. Пускай будет. Окей. Бочка. Че? А, что это такое? Лука. А. Лука. Разве мы в ночь проспали? Да какой, да? Это, какой вейки-вейки, мы, я не спали даже. Мы всю ночь работали, как сапожник. Сверняки. Это плохо.
Это вот эти, что ли? А как их убрать? А, ничего себе. Где еще сверняк? Вот правильно, собирай ресурс. Вот они, начинаются. Ах, ёп. Они нападают. Их, видишь, они с неба падают. И портит наш урожай. Гандоны. Летающие гандоны. А. Перегрузка. Ладно, я всякое понимаю, но чтобы сейчас небо падали. Это кто-то просто берет и скидывает специально. Палить. А у меня что больше? Вот именно я сейчас пытаюсь сам понять. Вот именно вот ты сейчас буковка R, правильно? Да, R буковкой. Буковка R меняются. Чего? Так, что могу еще улучшить? Чтобы что-то улучшить, надо... А, прицел с мяч какой-то... О, торговец! Мальчик Гандона! Какой ты страшный. Давай замочим магазин. Зонтик? Телега? Чего? Чего? Двигатель за 500 долларов, ты чё, дурак? Скамейки, телега. Редуга. А, о, продать можно. Можно продать ей что? Камень. Будешь камень брать? У меня камня до хрена вот. Подтвердить. Так. Ого, сколько денег получил. Так. Пшеница может быть? Окей. Okay. Сколько у меня денег, не вижу. Купить. Подожди. И я думал, да. Знаешь, что надо купить? Именно резинки. Нехватка си. Вот чего? Лобовое стекло за 200. Ой. Скамейки. Телега. Мешки с... Чё за... на? Пшеница, да... я буду выращивать, чтобы продавать. Да идёшь ты... необходимость... Да идешь ты в все баню, смысле. Я тебе не буду ничего покупать, все у тебя больше. Все покупал? Какой-то он... Жадный, да? Торгашка. Ой. Нам надо еще построить этим. Нет, не это... Ядрит колотить! Слушай! Ну и у тебя машинка, а? Слушай, а? А ты случайно не Звездные войны пересмотрелась, а? Да ладно. Ту-ту-тру-тру-ту-ту-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 
С открытым миром. Да, но это не про джедая, а про наемника. А, я улучшил этот самый, наконец-то. Ура. Пилу свою улучшил. Окей, а что-то я... алюминиевая рамка. Алюминиевая рамка плюс растительное масло. 18 штук требуется, офигеть. Для этого самого инвентаря улучшение... Окей. Улучшение инвентаря первого уровня. Окей. Чего? Так, растительное масло. Так, я тут растительное масло засуну. Тут у нас резинки поставлю. Тут резинка. Тут у нас опять резинки. Так.
Вот я поставлю. Да ёб твою, курица, отстань от меня. Окей, резина. Нам надо купить алая капуста, семена. Растительное масло. Пшеница будет идти на обмен валюты. Так, алюминиевая рамка. Окей. Чё-то вода кончилась. Чего, 7 штук? Допустим, ладно, 2 штуки у меня. 4... 1 штука, 2 штуки. Подтвердить. Окей. Нам надо потом еще алюминий собрать. Так, взаимодействие. Погнали. Сейчас надо все полить. Так. Обязательно. 7 из 18. 7 из 18, ёптвою. Ладно, я буду стоять, тупо буду стоять, это самое, тут ждать, пока он соберется, все это вот крафтится. Нет, а знаешь, что мы можем сделать? Пойти почистить, восстановить ступенчатый пик. Можем, пожалуйста. Да, мы можем так. Или дальний утёс. А давай дальний утёс, это нам близко. Чё там? Ой. 5 штук. 5 штук и 12. Надо 18, мне кажется, да? Окей. Сейчас масло скину. Лишний, так. Вот, ой. Ну, пойдём? Ай. Займёмся делом. Так, минутку. Ты где-то что-то скинул. Сейчас я найду, что ты скинул. Ой, кстати, я подберу вот это мне сейчас. Наверное, это мне нужно. Наверное. Ай. Сейчас я посмотрю. Да ёп! Гений. Молодец я. Так, Во, замечательно, улучшил. Так, это чё? Медная проволока требуется, офигеть. Микросхемы. Ебануться. Пока много-много всего требуется. Торговец улетает. И будет обновляться товар. Ну что, хорошо. Пшеницу надо сажать обязательно. Окей. Давай, идем тогда это сам. Да, идем. А то мы это сам с тобой это. Надо продвигаться по сюжету. По сюжету. Даже тут сюжет есть, неужели? Да, есть. Открыть ворота. Так, вот где вот розовый туман, это надо почистить. Розовый туман, похож на обман. Розовый туман. Это люди. Нет, пылесосом. Акунный сборщик, ёптую. Сейчас, где мой пылесос? Вот с тобой опять превратились эти. Ё-моё. О, тут полегче будет, не надо будет воду. А, ну тут вообще легко. Какие-то отравляющие. Штуковина. Отравляющие. Ладно. Зато их тут много. Ага. Хоть с пользой будет. Оттешим голову. Ладно, почесались. Опа. Вышел Рауль на крыльцо, почесал свое яйцо. Сунул руку, нет яйца, так и ёбнулся с крыльца. Ай, старые шуточки. Ага. Ой, сколько их тут этих верняков. Ага. Не, ну игра пока что более-менее нормальная. Можно. О! Ничего себе, хорошая оценка.
79%. Да ёб твою! А, слушай, смотри. Да. Иди сюда. Иду, иду. Вот здесь надо вылезти из машины. Сейчас покажу. Сейчас поймешь, зачем надо вылезать из машины в этой игре. Робот сюда не пролезает. Логично. И тут должны быть полезные ресы, якобы. Ну и пока... А, вот даже угля. Красный василек. Смотри же, угля. И смотри. И смотри, ты не сможешь их взять. Их можно только телекинезом взять. И отнести к роботу. Правой мышей. Да, мыши. Вы... Все. Где он у тебя? Странно. Ой. Руль убежал! Отдай. Ладно, отнеси к роботу. Надо... А больше нету. А это что валяется? Мы с тобой. Все, нашел твой. Я твой это самое робот угнал. Да ладно. Это же невозможно. Да я пищу. Нет, возвращаемся, надо доделать эту локацию. А, да. Ай! Что же? Я застрял! Кнопка телепорта есть? Помогите мне выбраться, есть, если что. Понимаешь, я застрял здесь. Конкретно? Конкретно я застрял, я. Escape нажми и на третье будет написано. Помогите мне выбраться. А нет, все. Все, фу ты. Только раз, по-моему, потеряешь. Фух ты ж. О, 90%. Осталось чуть-чуть почистить. Сейчас будет готово. Давай дальше почистим. Давай. Следующий район. Конечно, идем. Давай тогда мы сразу, может быть, займемся этим, как его. Чисткой? Да. Чтобы не. Ну давай. Потом за одной резко сейчас наберутся. Ну да. Потому что у меня как раз это. Сегодня ходим вакуумный сборщик. Что здесь надо делать? Необходимый вакуумный сборщик. А, вакуумный сборщик. А, тоже вакуумный сборщик? Вакуумный сборщик, подожди. А, тоже сорняки. Вакуумный сборщик, вот он. И чё? Нет, это надо бить. А, не? Вакуумный сборщик? А, я понял. Не-не-нет, Родион. Отставить. Надо этот пылесос улучшить. И вернуться. Ой, ёб твою. Так же, как с пилой. Может, знаешь, где будут работать? Желтый лес. Вот отметку поставил. Может, там мы сможем почистить. У нас пила улучшенная с тобой. Ну да. А пылесос нет. Пылесос надо попозже. Давай тогда идем. Это самое. Давай тогда это самое. То, что можно сделать. Сделай. Тогда... А потом мы улучшим пылесосы наши. Так кто тут? Опа. Ой. Я свалился первый раз. Алкаш. Алкаши. Опа, кстати, там розовый этот. Дымоход. Ага. Знаешь, почему предполагаю, что там пилой надо будет работать? Потому что написано «желтый лес» — это уже намек на то, что это будет что-то связано с древесиной. Ага, если было бы
голубой лес, то это было связано... Да-да-да. Но мы же и в пропасти, возможно. Да-да. Давай, через речку надо переплыть. Ты не переплывешь через речку. Воу, где он, смотри. Да, богатство. Я иду. Смотри, что я обнаружил. Жали же эти. Алюминий. Они нам нужны по головке. О, я перепрыгнул. Из этого. Очень хорошо. У меня, если что, 15 штук, если надо, чтобы получить. На тебе, на тебе. Ах ты какой. Ой, дерево. Давай идем тогда. Угу. Даже не идем, а бежим. Ой, а мы правильно пошли? Сейчас посмотрим. Давай, нет, там вот не пройдем, надо через вот так вот. Ай-ай-ай-ай. Хотел сократить просто. Дорогу и не вышло. О, ёпты. Правда, немножко мульчашная графика такая, знаешь. Ага. Ну, я прикольно. Не, ну, играть можно. Хорошо. Вот смотри, еще богатство России. А где нефть? Кончилось? А, ну да. Пиздец нефти. Окей. Там это, дамбу грызуны съели, да, типа? Да-да-да. Грызуны. Ну, мы пришли, еще далеко. А, хочу спросить, это самое... Ёб твою, что? Да. Потому что мы с тобой трудоголики, вот что. Регион восстановлен? Чего? Дальние утесы, помнишь, мы почистили? Да. И вот жали же, видишь, новые появились, А-а-а. Красные какие-то штуки. Может, это и есть медь. Окей. Окей. Я тебя, что будет за воротами? Родион, пора менять именно японское. Мы сутками работаем. Короче, я хотел спросить. Тебе случайно мельница не звонила? Ой, да, с ним говорил, да. Но сейчас вроде вчера хотел ему позвонить, и он трубку не взял. А, понятно. Может, занят был. Надеюсь. Ага, понятно. А, Алёнка... Да, чё она? А, не звонила, ничего, не? Не. Писала, как дела, и всё. Понятно. И пропала. Интересно, а как тут подняться? Чё-то не понимаю. О, а я перепрыгнул. Это как-то наверх попасть. Да. Нигде не вижу. Наверх нигде не вижу пока. Ага. Не видишь, а я вижу. А... Ух ты ж. Хоть динозавр. Желтый лес, пришли. Будет прикол, если здесь не сможем сделать, тогда мы вернемся и улучшим лапу. Бля. Да ладно, динозавр? Так, что у нас, какие тут проблемы? Бля! Вакуум нужен, ясно. Тогда, да, действительно, торговец прибывает на планету, вот тогда возвращаемся домой. Улучшим вакуум и все будем чистить. Ай, вакуум. Сосалку улучшим. Сосалку?
Минутку, я хочу посмотреть, кстати, сейчас. Посмотрим, что мне кто-нибудь писал. Нет, никто не писал, ничего не делал. Наш дом там. Семена собираем, не забываем. Это вопрос жизни и смерти. Как карта, М? Ага. Окей. А, тут можно посмотреть ресурсы. Где что находится. Подожди, а это вот это вот. Подожди. Минутку. Оно не восстановлено. А, я понял. Вот это вот фиолетовое, оно не восстановленное. Я понял. Красный крыт. Ага. Уголь и еще что-то. Потом надо туда сходить и посмотреть, может, медь найдем. Ага. Для улучшения. Наши мехи. Меха. Меха, это с японского пришло, типа машины. На. Ты оскорбил мою честь. Вызываю тебя на дуэль. Давай идем. На световых мечах. Да. Световых. Да ёп! Полезно. Да ёп! Давай еще. Боже. О, я уже дома. Вот, посмотри. Алкоголики возвращаются домой. Алкоголики. Алкоголики. Безбашенные трудоголики. Так, что у нас раз пшеница растет, это все полив... Ой, сорняки, ай. Вечная беда. Полдень. Так, торговец, что ты предлагаешь? А, двигатель винтаж. А, трактор такой старинный. Ресурсы. Там капусту надо купить. Надо продать, что могу продать. Ничего такого пока. Ага, вода. А где у нас вода поблизости есть? Это ты что ли? Буянишь. Мне вода нужна просто. Я понял. Да ёпта. Водички, похмель мучает. А не, как тебе жизнь до канала, Сад? Так, посмотрим, что можно улучшить. Ага. Опа, кто-то звонил мне только что. Контакты. А сейчас кто-то... Любовница. Наверное. А нет. Ну да, мой друг Эдгар звонит. А, кстати, ты с ним еще общаешься? Да. Вчера позвонил. Сейчас я поговорю с ним. Алло. Да, слушай, что? А когда ты будешь дома? Хорошо, я вот играю сейчас с паштетом. Если что, он слышит. Это самое, если что, он слышит, что я его назвал паштетом. А, Рауль, если что, я тебя Рауль. Это Рауль. А, вот. А, хорошо, тогда давай, тогда я это сам поиграем, когда потом. Когда будешь дома, позвони. Хорошо, давай, тогда я буду дальше записывать. С Раулем. А давай тогда пока. Все, сейчас я. Так, нам нужна улучшалка для этого самого, правильно? Сосалка, да, вакуумная. Красная линза, 3 штуки требуется.
Красная линза 3 штуки требуется. Красная линза. А красная линза делается, наверное, из этого. Сейчас. Из капусты? Нет, не из капусты. Красная линза делается из чего? Я не знаю, из чего она делается-то. Сейчас посмотрим, запалить сначала. Так, тут она не делается, тут алюминиевая рамка и алюминиевые детали. Так. Так, красная линза, минутку. А, Б. Полетает тут. Пусть падает. Тоже с похмелья. Так, а ну-ка. Так, где это, что у нас тут? Древесный ящик, бочка. Нет. Это что, площадка для торговца? Зачем она нам нужна? Что? Что, почтовый ящик? Почтовый ящик. Ну вот около дома поставим прямо. Около дома, прямо вот упор поставим. Вот так вот поставим. Вот. Все. Угу. Древесина требуется. Ой, древесина. Так, есть. Придется еще строить эти. Древесина. Древесинки нет. Перегрузка. Я... Ой, что делать? Так. Это что у нас такое? Так, вакуум где у нас? Не то, не то. Так. А где у нас? А, у меня всего лишь... Ага. У меня всего лишь... Тем древесины, я пошел за древесиной тогда, ладно. Блин, с тобой. Я и не понял. А, вот, вижу. Медные провода нужны? А где мы достали медные провода? Подожди. А ты ведь то смотришь? Это... Наверное, это... ты не то смотришь-то. Вакуумный сборщик мощность 1, я правильно смотрю? Ой. А, Родион, ты что-то промахнулся. Ты посмотрел на следующий уровень. А надо медные провода. Я знаю, это где находится медь. Помнишь, где мы почистили дальние утесы? Ну. Надо сходить за медью. Медь. За медью надо сходить. Давай погнали это тогда. Вот... Ой. А мы там чистили? Да, там. Да по карте можно посмотреть погнали. Просто тупо. Где медь растет? А медь растет. А, кожа. Сейчас алюминий отложу. Где-то вот в этот ящик. Кровище. Тут карта. А, ну карта небольшая. А, слушай, ты можешь ящики положить ресурсы, и они со мной эти пресс достают из ящика. Просто их надо активировать. Это очень удобно. А алюминий так могу тоже использовать, интересно. Или алюминий это отложил? Пока алюминий не трогай. Да. Супер. Можно все тупо ящик складывать. Складывай ящики. Mm-hmm. Это очень удобно. А, ну тогда зачем я с тобой таскаю, как его называется, ну, да? Целый, как его? Слушай, да. И даже отсюда ловится. Я все выложил в ящики. У меня пусто фактически. Это очень удобно. Тогда идем это самое за этим. А, да, давай. Ой, главное не свалиться опять. Да. Нет, не делай. Да, ты что? Да, куда ты идешь? Идем. Похмелиться, видишь, ноги путаются. Это очень удобно. В ящики складываешься, ресурсы. Да, конечно, это удобно. Это чрезвычайно удобно. Так, как мы там поднимались? Да. А ну-ка, мне просто интересно, а я могу? А вот здесь. Да, ёбаный, это самое, я почти что залез. Вот и масло нашел.
семена маркохорня. Их надо собирать. Начинается. Начинается 2x2, да? Да, 5x5. Собираем. А шипастая пила, а ну-ка. Вот еще ресурсы, отлично. Только я не вижу меди. О, я запрыгнул вот так. Ага. Короче, наша задача найти медь. Да-да. Без него мы не сможем продвинуться вперед. Да. Да, чё я... Во! Замечательно, вот так вот может долбить их. Во! Так. Сколько времени тут? Час. Дня. Час. Ага. А во сколько мы начали? Ну, примерно в 10, примерно. Чуть-чуть попозже тут. Ага. Да, и вот... Пьяница. Дурак, что ли? Это самое... Артефакт. Это самое, я это сам... Да, подбирайся. Чего? А вот, по-моему, нашел. Артефакт. Будет прикольно, это будет не медь. Потому что, ну, просто по логике это должно быть медью. Ага. За да. Меди. Победа. Да, нашел. Замечательно. Резный цветок даже есть, слушай. Да, ты что, дурак? Куда вышел? И даже, смотри, квест появился. Мир в ярких тонах. Построить пресс для цветов. А. Интересно. Здесь, кстати, много. Тогда я не пойду, это самое, куда ты шел. Надо еще найти. Странные камни. Ага. А больше нету? Тут слишком мало залежей. И все приходится вот... Тут самая вот такая тупость, что все приходится ходить, это самое, и... Это... Да, вот это хождение вот это. Просто самое интересное, это вот на ферме нет самое снарядов. Интересное. Чего? Ага. А тут вода есть? А, есть вода. Что, я нашел воду. Сейчас будем всасывать сначала. Мне надо сначала всосать. Мне, да. А ты уже что, чистить будешь? Конечно. Я сейчас начну паштет. Рауль. Я тогда займусь базой, а ты тогда начни там. Да ёб твою, где это моя? О. Конечно, Рауль. Я молодец, кстати. Что случилось? Да-да-да. Молодец я, Рауль. Тут надо тоже улучшить. А. Тут... токсический сорняк. Смотри. А, нет. А, не надо. Тут и токсический... Тут ебануться. Тут... И это. Ебануться. И сорняки тут. И это самое... Офигеть. Аж шланг для полива. Ага, улучшенный шланг для полива требуется. Ёпта. Сборщик требуется, окей, сборщик, ну-ка. Да. 18%. Блин, конечно, это в ящики складывать, это очень удобно. Не надо вытаскивать.
чтобы что-то скрафтить. Это вообще замечательно. Да, я так и думаю. Единственное, семена надо вытаскивать. Это единственное. Да ёб твою! Да что мы с тобой тут доголики, вот чё. Ой. Wakey-wakey, partner. Don't forget to water your crops today. Otherwise, it'll be a bit tough. Да я... Какой... Какой вейки-вейки? Никакой вейки-вейки. Я не спал. Залежимите. Некогда спать, о воде не надо думать. Да. Как там было? Думаешь о родине, Михалыч? Да, некогда отдыхать. Да, нам некогда отдыхать. Как там был? Эти, как я вспомнил, он не Михалыч, наша а Раша. Да, наши Раши, Мамонов и еще кто-то там был. Ага. Да. Я уже забыл там тоже. Как их звали. Да, 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 да. Да, я помню, смотрели мы. Да. Ага. Газмяс, 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 газмяс. Да, да, да. Чемпион. Древесин тебе не хватает. А я могу это спампить? Нет? Так, новые семена. Войти. Зачем мне заходить сюда? Закидываем все это сюда. Да ёб твой нет места. Ты чё думаешь? Дурак, так места нету. Так, так, все кончилось. Вот. И все надо будет полить. Так что там? Летай медная масла проволока. Запутай. Медная проволока. Сколько мы делаем-то? Максимальную, наверное, делаем. Максимальную количество. А, у меня еще есть. Проволоки. А, еще есть, что мне вводит в заблуждение. Вот, ого, у меня пшеница есть как-то. Для продажи. Так. Так, это что у нас? Получено. Медная проволока, масса... Чего? Масса моркорня. Чего? Там семена резинки, аж какие нам еще семена не хватает? Алюминиевые детали 5 штук. А, давай это купим, есть. Надеюсь, у нас не общий счет денег. Алюминиевые детали 5 штук. Алюминиевые детали. Алюминиевые детали 5 штук. Это выгодно. Посмотрите. Да ёба! Ладно, пускай валяется здесь, я сейчас подберу. А, ты уже успел это сделать? Ничего себе, ты шустрый. Кто? Я не. Я не шустрый, я просто... Так, ну-ка. Сейчас спускаем. Масло капусты надо сделать. Что надо спустить? Так. На производство. Получено. Так, у нас деревьев не хватает. О. Надо поработать дробилкой. Серьезно?
Маккортни. Окей. Это чё? Подожди, это чё? Все, что складывал, все ящик. Это мог тоже, то есть тоже использовать. А я это самое сразу закидываю. Да-да-да. Потому что это идеально. Потом если что, ящик еще сделаем. Ну да, окей, значит. Что? Ага. Ага. Даже порядок не нужен, потому что все на автомате. А, ну да. На автомате. На единственное, автомате. Что туда не ложи, это семена. Семена не работают. На автомате, да. только вот ресурсы. Угу. Маккорня. Окей, модификация робота. Да ёп, войди. А, вот как, может, пробел нажимаешь. И достаточное место. Пробел еще. Ой. Пробел это все. Пробел очень быстро. Не, когда в ящик хочешь принести вещи. Погоди. А! Я понял. Где тут поливка была? Еще деревья, ничего себе. И деревья не забывай сажать. Ай, блин, и мне за твоих деревьев мне надо полить это самое сначала. Ага, какие? У тебя по край 6 куплен, да, так понимаю? Конечно. Только его надо установить. Я могу установить. Ага. И типа можно вдвоем играть? Нет, наверное, не вдвоем играть. Ты будешь играть, наверное. А. Так. Не, я уже всю эту игру прошел уже. Да. На сложном. Алюминий. Так, минутку. Да, ё, куда ты кидаешь? Окей. Подожди, а если сюда поставить? Подожди, а если сюда поставить тупо? Подожди. А что мы ебем мозг? Слушай. А он будет складывать? Подожди, а если я вот сюда вот тупо поставлю? Бля. Подожди, а его нельзя перенести, да, никак? Подожди. Это нельзя перенести никак. Ударить, схватить, выбрать инструмент. Пресс нас, чтобы она закончилась. Ладно. Я думаю, можно было перенести, ладно. Окей. Это что такое? Алые капусты. Окей. Растительное масло, подожди. А у тебя тут не растет? Это что это? Пшеница, резина, пшеница, лук, резина везде. Так, я хотел полить, кстати. Я хотел полить до конца завершить свою поливку. Окей. А поливку улучшит. То есть это которая объемы воды. Сейчас посмотрю. Там уже не должно хватить, ну по идее. Да, хватает. И вот теперь уже будет красная линза. Красная пыль. И чтобы сделать шланг. Ага. Ебануться можно. Такая.
Так. Так, где пылесос мой? А на резинке не хватает. Вот дает. Угу. Да, производство включаем. Так, тут куда ты? На резинке, все на масло резинке. Ладно. Все, теперь дальше. Так. Так, включим производство. Здесь включим производство. Спалить. И растительное масло. Пускай все работает. Вот теперь, а где же ближе? По-моему, это ближе. А, я сейчас не понимаю, что ближе, где вода у меня поближе. Можно это... Сейчас посмотрим пока. Да, без разницы. На то и выходит. Не, понимаешь, мне... Было бы удобно, если бы огород ты поставил бы... Это как его называется-то? А, как бы полить? Ага. Так, минутку. Карта. Так, полить, а вода, полить. вода. Ну тут самая близкая вода, это вот в ту сторону. В эту. Самая близкая. А потом это решит вопрос, будет колонка. Специально. А, ну... Да, ну сейчас... Откуда ты знаешь? А когда рецепт открывался, я увидел колонку. Сейчас посмотрю, из чего делается. Так, вот сейчас соберу урожай. Не говори, что ты играл в эту игру. Нет, а рецепт увидел. Тогда, ну, справа. Ой, это да, справа. Справа, слева. Так, сейчас посмотрим. Справа, слева, да. Вот, а дробилка есть. А, в чё? Дистанция. Где-то, о, открыть почтовый ящик. О, микросхема уже есть. О, окей, подтвердить. Получено. Четыре алюминия, четыре проводка надо, 12 кан. Так. Его краска. Дневник. Тут есть цены. Посмотреть, что тут есть. Ага, сейчас... В цене самое дорогое, знаешь, это что? Осколки Жиода самое дорогое в данный момент. И что у нас? Красный Василек. Пока что он... Да, и алюминиевая рамка, но у нас алюминия и так мало. Очень мало. Да. Нам за алюминий надо сходить, за медью надо сходить. Так, я все скидаю, что у меня есть, и сюда вот буду скидывать, потому что я уже задолбался полным инвентарем бегать-то. А не мучай, все скидывается. Да. Потом, когда крафтишь, уже все на автомате приводится. На автомате. Так, 90 у меня, ага. Инвентарь. Окей. Итак, карта мира. Так. Так. Инвентарь. $19 сейчас. В данный момент у меня. Ты уже изучаешь внутренний рынок? Не. Если открыть таб, тут 19 написано долларов. А, вижу. Снижается цена почему-то. Да, я знаю, там непостоянная цена ведь. Какой-то. Это интересно. Да, сегодня... А знаешь, как было бы еще интересно в этой игре, если бы добавить счета платить? Налоги за землю, все такое. Да, конечно. А где он такой не раз сразу? Да ты ебал. А если ты не оплатишь налог, то игра удаляется. Да. Как в Симсе, например. Да, в Симсе не удаляется игра. Ага, Нет, не удаляется, а сохранение, типа. Ага. В третьей части точно было, я помню. Типа игра окончена. Как поиграешь? Если...
Ох ты! Ты что, тоже в Sims играешь? Да, иногда. Ай-яй-яй. А я думал, Рауль. Ай-яй-яй. Сейчас меньше, конечно. Вообще не... раньше играл. Да-да-да, не оправдывайся, не оправдывайся. Я тоже в Sims играю. Не надо оправдываться. Просто поиграл. Интересно, а будет пятая? Короче, про пятую пока что непонятно. Ну, пятая, нет смысла делать, что четвертую можно добавлять бесконечно. Да, бесконечно. Бесконечно. Два нет. Там, там столько этих самых платных контента. Ёбаный ты, это самый конь. И каждый почти что стоит 30 евро. Ух. Это самое дорогое, что там есть. Два, кажется, два дополнения в год. Это по 30 евро. Потом есть каталоги по 20 евро каждый. Потом по 10 евро есть. Вроде, я не помню, короче, я не помню цены. Но точно есть по 30 евро. То есть 39 с копейками там. Ого-го-го-го, жестко. Да, это, кажется, за предзаказ. Это самое... Короче, там... Так это я полил. Короче, там это... Там очень дорого. Окраска есть, это есть. Так, что-то без дела работа. Так, растительное масло. Пускай стоит. Да, пускай стоит, долбает. И мы пойдем. Так. Сейчас. Надеюсь, еще медиа будет, я пойду за медиа. Так, я везде засунул растительное масло. Пускай долбает растительное масло. А то. Так. Надо медь найти и это еще алюминий. Так. А сейчас, сейчас прикинь, сейчас прилетит такой с щитом 1000 баксов за землю. Конечно. И я такой сбегаю, Родион, все на тебя оставляю. Да-да. Да, у меня есть, это самое, у меня мека есть. Пускай прилетает. А если они целым имперским флотом прилетят? Подожди, а мне интересно, а что будет, если я сюда поставлю мекку? Подожди, просто мне интересно, а что будет, если я сюда мекку поставлю? Я оставлю стоять. Мне просто интересно, что будет. Надеюсь, под текстуру оно не про... Это самое... Чего? Да ладно. День 10? Замечательно. Доброе утро. Угу. Да-да-да. Да, это тебе не Cyberpunk. Возвращаемся на ферму. Срочно возвращаемся. Шланг для полива? А. Сейчас будем сражаться. А, да-да-да, у меня есть, кстати. Вот про эти шары я и говорил. Да? А, окей. И видишь, они оставляют после себя слизь. Что, мне сейчас вода кончится? Так. И вот 13 секунд осталось продержаться. Да, собираем, что есть, пока они не испортили окончательно.
такая музыка играет. Ага. Я вспомнил этот самый, знаешь, как его этот? Как-то вспомнился этот занят. Музыка с этого, как его называется? Вот я все выложу, потом сам посеешь все это. Да. Как его этот? А семена, кстати, не передается. Семена надо оставлять. Да, хорошо. Вот сажай сам. А я пойду да, это. Ты... Ой, ёпта. Подожди, тут. Надо все это вот этим. Тут. Вот торговец. Тихо, я хочу. Блин, он прилетел. Блин, я хотел. Про это. Проэкспериментировать. Что будет, если оставить сюда меху поставить? Да, ты останешься в нее. Так, да? Пшеницу мне продавать. А что он продает? Так. А, мне больше ничего нету. Семена моркорня. Моркорня за 30 баксов. Подожди, вот мне нужен моркорня. Подожди, у нас есть что продать? Моркорня. Подожди, у нас есть что продать? Короче, я сейчас все собираю. Что у нас? Нам нужно моркорни. Перегрузка. Да пофиг на перегрузку. Стоять, собака. А ну. Продать. Что? Растительное масло. $290. Окей, подтвердить. Так, купить. Мне нужно моркорн. Вот, моркорн надо купить мне. За сколько? Чего у меня нет фока? Студент, ты решил все продать? Да я не все продать, я... Так, что-то... Так, где-то место. Окей. Я... Так, выложил. Ага. Где тут был моркорня. Резина где-то. Вот. Моркорня. Вот это вот мне нужно срочно посеять. Поснеет. А чего? Так, надо полить. О! Вот это вот надо посеять. Обязательно. Так, пошел за водой. Да. Ехай, китайцы, посеяли яйца. Яйца. Шла бабуся за водой, нашла яйца с бородой. Как ты относишься к китайцам? В каком смысле? По-хорошему или плохом? Если по аниме, то хорошо. А в реальной жизни? Я к японцам, точнее к японцам. Ага. Японское аниме, а не китайское. К японцам я. Я знаю, как сэкономить воду. Ты не постоянно поливаешь, а просто стреляешь. Короче, ну и что? Это я с уважением отношусь, потому что они мир видят чуть-чуть уже нас. Ага. Шуточки! Эти шутки! Надеюсь, YouTube не бань, пожалуйста, я это шучу. Я шучу. Пожалуйста. Я это самое, у меня столько много шуток. Во, все, я полил. Короче, я тут полил, а тут растет моркорн. Хорошо, что выделяется этим синим квадратиком, где еще надо полить, это удобно. Ага. И по два раза стреляй, так ты сэкономишь воды. Вас не надо будет так бегать.
А что, у тебя есть подружка японка, что ли? Меня? Да-да-да. Нет. Если бы. А что так решил? Нет, ты так спросил. Да у меня как к японцам отношусь. И к... Нет, то есть китайцам. Я не китайцам. Да, мне все равно. На один, это самое, они одинаковые. А. Ну, не, ну ладно, я уже начинаю российское. Японцы и китайцы это разные нации. У них разный язык, культура. Знаешь, как бы птица по-китайски? А что ты хотел? Ты не говоришь, что ты китайский учишь? Или нет, японский? Я просто знаю на китайском языке птица. Ну, и да. Тебе это слово не понравится. Пенис? Член? Нет, почти, но только на ха букву начинается. Не надо. Хаба-хаба. У нас все-таки YouTube канал культурный. Культурный, блядь. Культурный люди. Я вот сказал культурный и потом добавил на щите. Второй раз не буду. Да, а ты заблокировал тебя. Да, заблокирую. Этого нам не надо. Это самое. Запретят меня, это самое. В России. Вот. Как страшно прямо. Прямо страшно, боюсь. Это. Агент страшный. Да, иностранный агент. Ага. Который сидит в Майнкрафт, играет в компьютерные игры очень сильно. Страшно. Да, через Майнкрафт ты этот. Как ты говоришь, как это? Влияешь на детей. Да, очень сильно я влияю прямо. И ты очень влиятельный человек. Да, прямо это самое, и все смотрят меня прямо. Да, и все, да, это самое, и все смотрят, это самое, вот, и... Ой, так, а ты куда пошел, Руль? А заметил. Потому что меня выключить просто невозможно. Я по всем каналам. Да, Супер пропагандист, блин. Да, пропагандист, да. Ага. Величайший, влиятельный. Вертелный салоёб. Да, покупал Михалыч, включает телевизор по первому каналу и смотрит на тебя. Да. И у него глаза просто не верятся, он просто промывает водой. Да. Потом опять телевизор смотрит, ты стоишь только в костюме. Да. Как там было? Совпадение? Не думаю. А, ёбаный! Чёрт, это плохо кончится. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Это лама дерева. Ничего не остается. Пусто. Я в машине, тьфу ты. Слушай, я сейчас не понял, что я сел обратно в машину. Я думал, где машина, я так смотрю, а кажется, я в Мекке сижу. В Мекке и Мекке еще с Мекки, да? Как? Да, я ищу Мекку. А как это? Смотрел Гуррен Лаганн? Нет. Это вот там тоже, типа, сначала в маленькую машину, потом машина залезает еще больше машину, потом машина залезает еще машину, и так до самых гигантских размеров. Это как матрешка, да. Да. Только роботы и аниме. Рауль, ты смотрел этот, как его называется? Этот. Death Note. Анимешку. Death Note. Death Note, да, не смотрел. Ну, Тетрадь Смерти. А, да, смотрел. Фу, блин. Здесь я смотрел. И даже фильм смотрел. Да ёпа! Запущен аварийный алгоритм. Да, замечательно. Радость не нашел. Да здесь как-то все запутано немного. Ага.
Опа, кстати. Надо взять. Ага. Пока дают добрать. Давай. Бери. Так, а что? Ух ты! Я только не понимаю, где были много залежи. Здесь как джунгли, все запутано. Да, Влад, а ты издеваешься? Я вообще где-то заблудился. Тут у меня паркур. Ах, подобрать. Ага, тут еще наверху есть. Фигня какая-то. Там еще алюминий надо достать. Да ну вот это есть. Замечательно. Превосходно. О, смогу продать. Окаменелый жук. Вообще. Они на рынке очень продаются. Ага. Неплохо. Хочу спросить, это самое, вот в какие ты игры еще играешь? Вот. В данный момент сейчас играю этот Horizon, Запретный Запад, когда новый. Horizon. Да, только не старый, как-то не удал, а новый, когда вторая часть. О. Там продолжение. Ну, графика просто пипец. Графика пипец? В каком смысле? Да, очень хорошая. Да? Слушай, спасибо. Слушай, вот, кстати, спасибо, Рауль. Но тут, кстати, вот, я не просто, вот, кстати, ты мне вот советуешь, что можно поиграть. Да, вот поиграй, Хайза, не пожалуйста. Русская озвучка, все как положено. Окей. Да ёп, ты куда идешь? То есть... Спойлерить не буду, сам посмотришь. Хорошо, не спойлерили мне. Я вот сейчас сам посмотрю. Да. Там другая беда сейчас. Угу. Окей. Но тебе понравится эта идея. Я играл, кстати, эту самую первую. Первую до конца прошел. Так, Cyberpunk ты играл? Да, до конца тоже играл. Окей. На максимальных сложностях. Так, что еще так? Так. Что еще ты играл, Рауль, скажи? Да, сейчас вспомнить больше. Ну ты не сможешь его пройти, этот, Lies of P. Ой, ты... только, ой, не-не-не, вот это я не буду. Я знаю, оно очень тяжело, но сюжет очень хороший там был. Играть не будешь, поэтому я расскажу, что там было. Короче, это вот этот апокалипсис устроил Джепетто. Отец Пиноккио. Знаешь зачем? Чтобы воскресить своего сына. Чтобы достать там этот, типа, рука бога, чтобы достать его деталь, чтобы его воскресить. А потом Пиноккио под конец он решил сопротивляться отцу. Но там две концовки можно выбрать. Я понял, как всегда, хорошая и плохая. Да, да, можно бы за отца пойти, и ты всех своих друзей убиваешь. Отлично. А, прям что надо, да? И потом отца тоже грохнуть можно. Не совсем, он как отец запускает еще одного куклу, чтобы остановить Пиноккио. Но Пиноккио поигрывает, этот кукла хочет там попасть прямо в сердце. И отец подставляет себе, чтобы спасти своего сына. Да. А потом, когда умирает, он извиняется. Замечательно. Там грустно, да, стало? Да, грустно, грустно. А, я думал, где все семена поделась? Вот они все тут оказываются. Да, я тебе говорю, что идея это самая пресс для цветов. А чего пресс для цветов? Где это? Пресс, палатка.
Его палатка? Что ты первопроходца? Что первопроходца есть? Ага. Угу. Телескоп. Так. Так, что тут есть у нас? Метеостанция. Окей. А? Ты Far Cry любишь, да, такие серии? Знаешь, чего требуется медная проволока, красная пыль? Ой, Far Cry это просто дерьмо стало. Так, дробилка. Чего, дробилка? Пресс для цветов. Потому что она однообразная стала. Да, вот сделали типа этот, это как его, аватар. Под тот же стиль, Ubisoft взяли на себя. Сделали все то же самое, только все с аватарами. Не говори, что там аватар есть, типа. Да, вот это синие люди, которые вот эти. Да, я знаю. А, ты, ну да, 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 я понял, кто такой аватар. Я вот это хочу поиграть по поводу, когда сделают. Да, да. Да ёб твою, это самое, я хочу построить вот это. Во. Медная руда требуется. И рамки, 4 штуки требуется. Медная руда и рамки. Подожди, сколько там рамок требовалось? Так, сколько рамок? Для цветов? 4. Именно рамка, 4 рамки. И 6 медной руды. Да-да-да, я поставил уже. 4 рамки. Рамка, 4 штучки сейчас. Да, 4 штуки. Рамка. Окей. Погнали. Вот. Медная руда требуется 6 штук. Медная руда. У нас меди нету, да? Конечно, нет. Да, надо сходить. Там, где мы ходили. Я сейчас все скидаю лучше. Потому что у меня тут это. Не хочу это. С полным инвентарем бегать. Я лентяй. А уже все нету? Кого? Вот меди? Нету меди. Дерсина, вот здесь. Меди нету. Нет. А. А, мягкой нет. Да ты кто поставил сюда дерево? А, окей. А же было столько ресурсов. А, было, сплыло. Ага. А, подожди-ка. А, так, а куда идти надо? Да что это у нас? Алая капуста. А ну-ка. А, все же есть. А, все понятно. Алая капуста. Торговец опа, прибывает. Собрать, опять ты не успел. Да. Опять опоздал. Да, мне все равно это самое. Я просто... окей. Люблю это самое, знаешь. Вот. Ломать испытать, игры, да, да испытывать игры. Так, продаем пшеницу, и мы заработали $750. И плюс... 557. Будем... Так, 973. Так, 973. Ну-ка. 973, да. У нас общий счет. Давай еще пшеница 300 штук. Отсоси у тракториста. Побег сосны немного возьмем. Ай, ладно. Опять эти шутки за... Ладно, Рауль такой спокойный, это... Не матерится, да, да, играет. Да.
это сам там что-то продает, что-то там. О, хитрит меня Мадрид. Сейчас, минутку, я соберу, кстати, вот это вот. Кстати, это надо собрать срочно. Короче, вот это вот надо собрать. Сперма расширяется по чуть-чуть. Все. Сейчас еще посадим, еще посадим. Ой. Ой. И тут это вот. Ага. А где? Ай. Я ведь неправильно, да, иду? Ой. А пшеницу все посадили? Ага. Тебе надо еще эти грядки. А грядки? Грядки делай, если надо, делай тогда грядки. Дело. Ага. Бизнес из бизнес. Да. Если надо, так надо, Рауль, это. Надо, это... надо. Е-мое! Я чуть не упал. Это чё? Каменные яйца? Чего? А их можно... Ух ты. Окаменелые яйца. Обнаруженный ресурс. Как там было? Где мои яйца? Да, этот, как это, дракон летал, да? Нет. Это как Дипад? Или другое? Это... Не-не-не, это... Это с фильма это «Кухня». А. Там было... То... Там было это самое... не с фильма, а с сериала. Он сериал считается. Да куда ты идешь? Нет! А, блин, я поплавать решил опять. Слишком глубоко. Да я ясен красный, что там что-то глубоко. Окей. Вот насчет Far Cry, вот, уже просто все, что могло быть, уже и было. И псих, который на это самое, на острове, это самое, это про третью часть, да, что такое безумие. Потом религиозные дурачки. А, да. Нет, еще четвертая Индия была. А, да, Индия тоже опять. И сумасшедший диктатор, который это самый шестой. Ага. На кого-то мне очень сильно напоминает этот диктатор шестого. Да. Вот именно мне это самое, вот я именно и написал в этом, как его называется-то. Вот именно я и это самое написал, как его называется-то, когда и в этом самом, как его называется-то, мысль потерял, это самый, когда я записываю вот видео про К6. Я написал, что я устал, я ухожу. А, точно. Устал, ухожу. Да. Помню тот момент. Правда... Ладно. Все, вспомнить не можешь? Не. Ладно. Ой, ёп! Вот. Замечательно! Вот опять! Там алюминий нам надо? Короче, подбирай все, я просто сейчас очень... Как всегда, Рауль, я это... Тут я только ферму поливаю. В кусты залез я. Я, увы, ферму поливаю. Так, подожди, а где у нас было... минутку, а где у нас был медь?
Так что у нас сокровища? Артефакты. Артефакты сокровища. Ой-ой-ой. Минутку. Ну-ка, сейчас я посмотрю, кстати, что. Нет. Нет. Окей. Он не звонил мне. Кстати, хорошая игра, это самое. Никуда не надо спешить, можно расслабиться, угу. Там. Да, бегаешь себе это. Строишь что-то. Такой приятный отдых, знаешь, как бы. Ну да. Не надо это. Нету врагов, да, таких особ. Ну да. Так вредители максимум, да, так. Да. Максимум. Какие-то дурачки, которые что-то это вредят нашим посевам. Окей. Так, что тут? Тут полил, тут полил. Тут не полил, вот полить. Ух ты ж. Так, полили, полили. А теперь Рауль тоже эти диалоги показывают? Да, 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 все вижу, все наблюдаю. А, хорошо, ладно. А ты видишь, что и я вижу. А, в каком смысле? Я вижу свой монитор. Но не до такой степени, конечно. Но вижу. Паша, ты ведь на новом своем играешь, да? Да, сейчас на новом. А, ну хорошо. Ну это хорошо. RTX. Ага. Так, ты медь собираешь, да? Я подумал. Нет, я сейчас не медь собираю. Я потерялся, короче. Не потерялся. Сейчас я не знаю, куда я пошел. А что нам требуется, чтобы ты нам нужны медь. А, ну да. А медь где была? Вот там вот где ты отметил, да? А, сейчас я отмечу. Медь где-то... Как же посмотреть бы? Где-то она... В округе, вот так вот смотрю, вот так в округе. Где-то не так. Посередине тоже иногда бывает. Посередине, ёпта. Масло мака корня, у нас можно сколько когда-нибудь вывести? Мака корня. Масло алой капусты не хватает. Чего себе? Скорость бега поднять, а прицел. О, вот это могу улучшить. Хотя иметь хоть опять штуки. Требуется. А что там требуется? Да, замечательно. Минус дерево. Ты говоришь? Минус дерево, я говорю. Потому что я в дерево опять застрял. Так, куда надо было идти? Да я тут уже пробегал. Я могу даже посмотреть по этому самому, по записи. Ну, примерно 2.50 мы играем. 2.50? Да, почти что 3 часа. Почти что 3 часа играем.
Так. Что нам надо масло макрокорня. Когда прилетит дамочка, чтобы он купил семян еще. О! О, я вижу, тут это самое... Мекка бегает большой. Так. Значит, здравствуйте. А, у меня тут хлам есть еще. Вот. Кстати, побег большого зеленого дерева. Взять с собой обязательно. Как дерево, я быстро посажу его. Дерево надо посадить. Вот. Обязательно. Надо около дома сажать. А, чтобы оно... Было рядом на случай чего. Ага. Опа. Вот и что обнаружил. Кого? Семена мокрокорня. Уже неплохо. А, так. Сейчас посмотрим, что тут можно делать. Медная проволока. Ага. Алюминиевые детали и медная проволока. Окей, рядом склад 5. Окей. Хо-хо-хо. Так. Так, что там надо было? Медная руда требуется. Ёбаный. Опа, нашел. Медь? Да, это где-то... Сейчас скажу, это здесь вообще. Да ты мне вообще тогда не в ту... Вообще не туда указал. Да, ты вообще... Такой паштет ты. Нет, просто помню, что где-то по кругу. Да не обижайся, Рауль. Ладно, неважно, короче, Рауль. Ну, нам то... Это самое, штукой надо достроить эту. Ага. И главное, что в достаточном количестве. Опа-на, я вижу медь. Тоже, да, это хорошо. Или, наверное, там же самое, где ты, наверное. Я... О, кстати, это, наверное, Рауль прошел только что. Потому что это только Рауль мог ресурсы забыть. Mm. О, еще есть. А, это морковки. Морковку надо собрать. О, я нашел. Замечательно, я медь нашел. Я две штуки нашел меди. Короче, я предлагаю тут это, сейчас, минутку. Вот это вот делать. Сейчас, минутку. Разбомбить это было. Короче, я предлагаю разбомбить это. Короче, вот здесь вот предлагаю разбомбить это самое все. Дровосеки вернулись. Хорошо, что дровосеки, а не... Не г-секи. А, мастери, да. Я не хотел говорить, а ты это озвучил. Вынудил, да. Михалыч! Да, а прям слышит, но смотрит на нас. Да-да. А ты эфир запустил? Не, я эфир не запустил. Но я записываю все. Завтра выпущу. Да. Если оно это. У меня когда свободное время есть, я все это записываю. Ой, записываю и выкладываю. Ну как получится. Угу. Да ё, да зачем ты скип? Да вот это вот мне больше всего раздражает, еще вот это вот. Зато, знаешь, чем преимущество? Ну. Еще медиа будет. А, ну да, не, просто я вот это вот, знаешь, мне бесит вот это вот, как его. Вот это вот касцена, когда вот это вот переход. Да. А видишь часы справа, да, наверху? Вот, а когда полностью круглые сутки прокатит, тогда скипается автомат. О, еще залежи. Не, я, знаешь, я тут это сама очистил все, чтобы было бы видно, что тут залишь. Ну да. Ну вот тут еще есть. Потом мне еще за алюминием надо сходить. Вот. Я тут все очистил.
Теперь тут видно, что тут эти самые, как его, залежи есть. Да, отлично. Good. Good, да. По-моему, наверху где-то тоже они есть, наверх. Просто надо все очистить там. Ну, пока увы, я должен вернуться. Вот, это я все помню. Очистил здесь. Вот. Посмотреть, что там случилось, какой урожай там. Рауль, рави меня! Ты упал? Нет, я спрыгнул просто. А? Давай, бегом, это самое, на перегонки. Я не могу, перегружен. Ага. Перегрузка машины. Давай, давай. Давай, кто последний, тот тухлая капуста. Тухлая капуста. Ладно, да я шучу я. Не, просто так задумался, капуста с картошечкой поесть. Так, ладно, я, короче, пошел построить это. Ага, давай, давай. Вот, я построил. А, тут краска делается. Просто краска? Окей. Так. Окей, Google. Пресс для цветов. Дробилка. Опа, что, дробилка? А ну-ка, дробилка. А почему алая капуста так медленно растет? А, растет, растет. А почему-то медленно. Окей. Ну, все, что. О! Получилось. Дробилка. Красная пыль. Каменная пыль. Токсичные споры делаются. Ага. Допустим-то. Строительство. Это построил, это простроил, это есть у нас. Чё? Сушительный шкаф для корма. А у нас есть сушительный шкаф для корма, правильно? Да, есть. Да, есть. Так, я хочу так. Так, это у нас есть. Так, скворечник. 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 Так, масло махакония, то, что не хватало. Давай все капусту пустим. Сок. Потом резинки. Алюминиевая рамка одна штука. Алюминиевая рамка одна штука. Да. Масло. Во! Построили новый эффект. Зоркий глаз. О, замечательно. А зоркий глаз, вы можете найти дополнительные ресурсы в диком природе. Стойте украшения рядом с домом, чтобы повышить его уютность. О, да ладно! Да ладно! Серьезно? Флаг. А что флаг дает? Я не знаю, что флаг дает. А мельницу ты ставил? Не надо, это самое, я Андрея не ставил. Подожди, эту мельницу я уже ставил. Вон она стоит там. Ставил? Да, ставил. А, блин, а как удалить теперь? Флаг. Войти. Чё? Какой? О, блин. Маленькая палатка, чё? А, теперь я хоть знаю ещё. Б. Это что? Телескоп. Выйти. Чё? Ладно, пускай будут две хоть. Для красоты. Что ж теперь? Телескоп. А это что ты сделал? Для цветов. Ага. Требуется что? Алюминиевый стержень требуется. Окей. Алюминиевый стержень. Требуется. Алюминиевый стержень требуется. А, надо сходить теперь. Мне нужен алюминиевый стержень для этого самого.
Дождик пошел, отлично. Ага. А, у нас прямо расширяется, что интересно. Так. А где алюминка была у нас? Так, и вот это. О, нет! Ты дурак! Замечательно! Ты чуть... Пшеница. Вот он. Два пшеница. Ё-моё, я в воду упал прямо. Почти что в воду. То есть в воду, но не... Неважно. О! Все важно. Вот Андрей у нас стоит. Вот. Здорово, Андрей, мельница. А я, если бы знал, я бы не ставил. Ну ладно, для красоты пускай будет. Стоп, а зачем ты еще один эту поставил добавить? Я поэтому я спросил. Маленькая палатка. Это. Так что требуется? Алюминка. Это 4 штучки. Мне уже алюминка. Алюминка, алюминка. Алюминка надо сходить. Мне просто... А, подожди, а мы, у нас ведь закрыто. Ведь, подожди, у нас, да? А, ну да. У нас механизм этот, как его, мека закрытая. Ну, я думаю, как его называется-то. Типа, мы не намокаем. У нас везде тут стекло. Да, да, да. Типа мы в уюте работаем. Да. Нам не дашь ни... Ни дождь, ни солнце не страшен, да, как? Ну да. Жарко на улице, кондишка, да, как бы? Ну дождик. Да. Печку включаем. О-о-о, тут есть вот это вот, ай. Тот торговец вылетает, если что. А, да, пофиг мне уже на него. Рауль, Рауль. Дерн, дерн. Рауль, Рауль. Ну-ка, он мне... Ой. Что-то не звонит он мне. Забросил тебя. Наверное, еще не доехал до дома. Артефакт. Интересно. А ну да, я эту штуковину, конечно, я не смогу поднять. Это логично, эти камни. Они очень тяжелые. Это логично, Рауль. Угу. Артефакт. А. Так, зачем мы мельницу построили, что она делает? Ага, нам на... вот эта красная пыль делается из красных кристаллов. Да. А, в любом случае надо сходить. Окей. Что у нас было? Что у нас было? Вот здесь ты сейчас ходишь. Кого? Красные, надо красные камни сейчас. Там не красный, мне алюминка нужна. Да, и заодно и там. Боже. Подожди, эта игра... Говоришь, что эта игра опять в раннем доступе? Да не, уже должно уже нормально быть. Да? Должно, по идее, нормально уже быть. Уже несколько раз обновлялось. Перегруз. Не, ну... Понимаешь, обновлялось-то обновлялось, но есть это... Я нашел алюминий. Да? Окей. Ага. Рядом с камнем. Вот как я за камнем пошел, как раз и нашел. Замечательно.
У меня перегруз. Мы полный. Ого, сколько их тут. Алюминий. Немерено. Да ладно, да ёпта, я упал опять. Сейчас буду собирать. Сейчас я к Раулю бегу, чтобы дособирать алюминий. Что Рауль не заметит, надо... Или заметит... Видите, какая разница, кто найдет. Все равно я в ящик положу, и кому не, надо... Про... Мне это самое, достаемое, достроить нужно это самое. Нет. Главное, что вдвоем работаем, ищем. Да, вдвоем-то, ай! Замечательно, я упал. И все в ящике. Угу. Потом я за медиа опять скажу, чтобы у нас было тоже в запасе. Ну ладно, тогда я пошел до дома. Опа-на, а. Я вижу алюминку. По-моему, я потерял. Еба, я два алюминки вижу. Это мое. Да. Это моё... Знаешь, как говорят на работе, нет ничего твоего, все общее. Да не, я не об этом. Я не об этом, мне... Сейчас это достроить. На работе же модернизация роботов она ставит. И, короче, у робота есть глаз. Внизу. И что? Который видит пол. И, короче, рабочие несколько раз по случайности сбивали их, и один глаз замены стоит 5000 евро. Ебануто. Если то... не все там 10 тысяч. Оба, еще ресурс. Так. А эти роботы, они сами все делают, сами ездят, сами думают. О, еще. Пять тысяч за замену глаз. Это ж просто глаз. Перегрузка. Лазер и микросхемы. Так, минутку, что так, там у нас? Ебануться, да, у меня много. Ебануться, у меня сколько много. Увы, не знаю. Больше алюминия. Чё-то мы сегодня богаты алюминием. Ага. Не, это хорошо, кстати. Эй, семена еще какие-то нахожу. А, кстати, да, вот это самое, это тоже хорошо. Потому что это нам нужно именно все вот. Вот. Что это у нас растет? Пшеница? А, подожди, а где моя, где я посадил это самое? Морковка корень. А вот морковка корень. Да, я, вот. Я, кстати, уже вытащился и превратил масло. Ага. Так что ты можешь уже использовать, ты, для тебя чего-то там надо было. Марка корень, я не помню, для чего мне нужно, так, минутку. Если ты, наверное, здесь что-то маску принесли. Так, во, я построил это. О, а всё посадки. Минутку. А ну-ка, я хочу, да ё-моё, слезь. Посмотрите, это что за штуковина, почтовый ящик, какой? Это что, сейчас. Почтовый ящик. Флаг. Так. Это. Скидываю это. Масло. Сейчас, а ну-ка. Красный камень. Сейчас я посмотрю, что у нас еще тут построить надо. То, что самое важное. Надо. Сейчас масло поставлю. Так, это у нас. Это есть, масло. Это есть, это тоже есть. Так. Это. Так, и по. Сейчас я посмотрю, что это такое. Стол первоходца. Стол первоходца. Окей. Окей, допустим-то. Да, добавлю. Так. Запускай все. Так, что требуется? Древесина требуется, это пофиг. Построили. Так, тебе алюминий у нас хватает, да, сейчас? Я не знаю, так. А нет, я хочу это. Грядки еще построить. А, да стройте. Грядки свои, так. Грядки, где? В этом есть смысл. Вот. Первый. Стул. Так. Допустим, где это у нас? Вот это. Так, флаги это есть у нас. Так. Грядки это что? Перевая веревка. Перевая веревка. Допустим, так. А
А, они тебе не достают до флаг, да, ясно. До кого? Вау! Я не знал. Они до ящика уже не дотягиваются, понятно. Какой у них радиус тогда получается? Да я не знаю. Если здесь не построят, отменить, уже не повернуться, водная остановка. А, подожди-ка, попробую смести. Так. Пшеница требуется, блин. У нас пшеницы нет. Да ладно. Растет. Завтра будет готово. Пришлось так сделать. А, ты себе тоже сделал? А, это? Так. Дальше что, заборы? Нет, это что у нас? Костер. Окей. Костер. Камень. Допустим. Так, алюминия на что-то осталось еще. Воу, как всего нельзя. Следующий день. Да, вейки, я уже проснулся. Вейки. Пшеницу собирай. А? Вот именно мне пшеница сетевается. Вот сколько урожая. Вот это я понимаю. Я пшеницу я все забираю себе там. Морковка готова. Во. Блин, а. Да ты издеваешься. Масло капусты, масло капусты. Вот я все высадил. То есть не высадил, а все выложил. Крал немного. Это я! Там поставил. Потому что оно не должно быть в этом самом. На территории оно должно быть. Окей. Б. Больше нечего вроде бы сажать тут. Окей. Клумба с цветами. Чего? Клумба с цветами. О! О, Эдгара построил. Мысли. Вон, смотри, Эдгар. Поросенок. Он не поросенок, он свинья. Морская свинка? Не, он не свинья. Не морская вот именно, он свинка. Он просто свинья. Ёпту! Ёбаны, это самое... А, подожди, он звонит. Слушай, он в Discord мне сейчас звонит.
Сейчас, минуту, давай я подниму трубку. Слушай! Алло! Чао-чао! Привет! Слушай, я только что о тебе вспоминал! Es tev tikko kā īziņu atsūtīju. Ja, mēs... ja to, ka što a tebie spominal, Edgar. Ja poņau. Ja tie nazval... Pagasi tebie na server? Što? Da. V kakom smysle pagasi tie na server? Discord. V этом смысле. Ну, сейчас. Хорошо, ладно, давай тогда я тебя... Давай, сейчас, найди сюда. Окей, Надь. А ну-ка. Мой разноцветный сервер. Сейчас, минутку. Пожалуйста, где это было? Вот оно. Друзья. Идти добавь друзья. Чего? Заблокировать. Ожидаем сети. Окей, а ну-ка. Чем так? Начать звонок. Начать... Нет. И то. Сейчас. Да. Пригласить людей. Вот, пригласить. Вс. Ага. Вс. Окей. Так. Я только что тебя вспоминал, кстати, Рауль. Ой, не Рауль. Извини, Рауль. Это самое, Эдгар. Серьезно, я только что тебя вспоминал. Я только что свинью построил. Из чего я построил? Из цветов. Ну, не из цветов, а с этих. Растительных этих. О! Он ушел. Да, он покинул. Он просто взял и вышел. Он обиделся. А нет, он... Куда он? Общий чат. Я тебя сюда перетяну. О, oh, hello. Привет. Да, привет. Привет, привет. Yeah. Хорошая пушка у тебя, кстати. Попалили, теперь надо сходить за медью, как ты обещал. Давай, иди за медью, я тут это с собой. Хлам собираю пока что. Кое спала я так. Мы играем с твоей Надей, Эдгар. Беднопин. Ну я мы серьезно, я с твоей Надей по очереди мы ее это. Туда-сюда. Она устала очень сильно. Так, так, цветная пила, шланг для полива, требуется красная пыль. Ага, красная пыль, так, это получено, это тоже получено. Масло макокорня, медная проволока, вакуумный сборщик, мощность 1. Медная проволока, блин, медную проволоку требуется. Как красная пыль надо? Медная проволока требуется. Допустим, медная проволока изготовить. Медная проволока, да. Блин, ладно, я сейчас подберу. И я красную этот пыль поставил, тоже производится. Ну да, красная пыль тоже нужно будет у меня. Мне надо улучшить это. Это у Мекка. Мекку улучшить свою. окей. Тогда я... Ой, как он громко орёт опять. Так, я для себя указку поставлю. Так, вот это вот. Вакуумный сборщик, мощность 1, окей. Шланг для полива, требуется красная пыль, 10 штучек. Красная пыль, 10 штук требуется. Как раз производится каждые 2 минуты. Да ёп! Хватит уже бухать. Давай.
Ага. Подожди, а где? А, вот она, там делается. Правильно? Ага. Открыть. Так, каменная пыль. Красная пыль. Вот, красная пыль. Я сразу красную пыль. А, поставлю. Пускай она делает. Да, 2 минуты. Е-мою, каждая одна штука 2 минуты, кажется, офигеть. Ага, долговато. Да-да. Там больше нету, там больше меди. Так, ящик. Ой, не туда я закидываю. Короче, надо все это сюда закинуть. Вот. Шикарно. Так. А стоп, а он тут? Общий голосовой чат. Какой общий голосовой чат? А ну-ка. Открыть. И что тут? Ага, он тут. Ой. Это я тут это сам туда-сюда передвигаюсь. Алло. Алло, алло, я тут. Это хорошо. Так, я хочу сейчас посмотреть кое-что, что у меня по видео. По видео 6 просмотров за 4 часа вообще ни о чем это. Это так, какое видео? Про уборку. 20 просмотров. Far Cry 6. Да не особо ничего не смотрит. Окей. Так. FTB Skies. А, FTB Skies. Мы уже играли. Да. С Эдгаром. Да, стать великим блогером? Да нет. Не великим, просто. О, кстати, мы тут играли. Карманные монстры. Мы играли, я помню. Да, да, трое. Да, помню. Троем играли. Fallen World. World. Блин. Так, кто тебе медь принес? Немного, правда, конечно. Ой. Ёб твою. Ай. Ай. Наверное, 2 минуты прошло. Я, если что, ящик скидываю. Фу ты, это я в... я смотрю, что я не могу залезть, это самое. Я в твой этот самый, в мекку хочу залезть твою. Я хотел в твою мекку залезть. Я случайно. Два этих самых. Два этих. Вижу, шланг для полива мощность 1, надо 10 этих красной пыли. Да, вот у меня 2 штуки есть. Медные провода надо, чтобы мощный сборщик еще был. Мне нужно вот это. Надо вот это сделать 2 штуки. Подтвердить. Это я закидываю сюда. Так. Есть, улучшил. Вакуумный сборщик мощность увеличена. Окей. Но это за счет меди, которую... Ну, красная пыль, мне поставлю, еще поставлю, вот. Ага, масло маркокорня, типа надо, чтобы улучшить шипастые пила. О, максимально. Отказ я их делаю. Я жду красную враги. Пыль, жду. Надо еще поставить производить. Да я поставил максимально, кстати. Еще поставлю. Вот. И здесь еще поставить. Я тут максимально поставил эту самую очередь. В этот самый, как его да, называется. Да, максимум оставь. Если что, уже ящик поставил этот красный пыль. Так, что мне надо еще, наверное? А, ты поставил красную пыль в этот самый, тогда я могу... Минутку. Сколько там? 4 штуки. Я попробую попылесосить. По-моему, уже увеличил. А ну-ка. Где это? 10 штук требуется.
Там, где медные, медные. Вверху смотри, там внимать мощность вакуума. Атомная, атомная, алюминиевая рамка, алюминиевые микросхемы. Дорожек, чё? Нажмите Shift, чтобы выбрать режим работа. Кстати, дорожек позволяет роботу свободно показывать на земле дорожки. Окей, это что такое? Говорят, робот выводит подтягивает... Ой, а там плевать надо, кстати. Подходит в воздухе. Угу. Ага. Понятно. Чего? Необходимо вакуумный сборщик, что-то не хватает еще. Вакуумный сборщик. Птицы летают. Странно, как робот развалился. Так, да ёб твою, да ёб твою. Чего? Так, ещё красный пульт поставлю. Всё по максимуму. А, по максимуму поставлю. А? А, красная пыль валяется, это мне нужно будет. Сейчас мне красная пыль нужна будет, так. Ничего себе, ты робота вообще разобрал. Так. Где это? Красная пыль, вот она. Во. Шланг для полива мощности 1. Во. Двигатель. Окей. Ой. Так. А что я сделал? Ой. Минутку. Модификация робота. Просто как обратно его затянуть-то? Так, это нога. Так.
Следующий день. Да, 14 день. Так, подожди, кто мне писал? А, ты еще не тут. А тут? Нет, ты тут, но... А ты какой урожай? А этот самый... Да кто я пишет? Ты забодали уже. Это тебе пишут? Не? Не, никто мне не пишет. Ну и мне тоже никто не пишет. Это этому, ладно, я его выгоню пока что. Забанить. Выгнать. А, забанить. Выгнать из сервера. Не. Как его просто отключить можно? Я его просто отключить хочу. Отключить. Вот, все, я его отключил. Это у него там пишут ему, а чтобы нам не страдать, это самое, так, минутку. Так, идентификация робота. Так, справились с бедой вновь. А что мне за... почему у меня правая нога непонятного это? Окей, разобраться нафиг мне нужна правая нога. Мне нужна правая нога другая. Вот, мне вот эта вот нога нужна. Во! Всё. И у меня он по-другому выглядит. Так. Так. Ага, двигатель. А этот двигатель мы можем снять. Это мы его вообще нафиг выкидываем. А этот двигатель ставим. А, кузов. Кузов выкидываем нафиг. А, ставим кузов вот этот. Во! Шикарно. А это нельзя снять, да? Ну вот такой у меня робот будет. И мы отличаемся. О, ничего себе. Тут можно пересобрать робота. Ай, замечательно. Что? О, интересный тебе робот. А, сейчас я... Ой. Ай. Так. Так. Так.
Это сейчас мне, наверное, да? Алюминиевая микросхема требуется. Алюминиевая микросхема. Да, ё-моё. Он вернулся, написал он закрыть. Окей. He's back, Дэк. А, он в общий чат пишет. Да, он теперь и по-латышски, и по-русски. То есть по-латышски и по-английски. И вообще по-русски и по-китайски мне пишет, что ты вернулся. Китайски. А ну-ка. А как по-китайски я вернулся? Сейчас посмотрим. А ну-ка. Давай. Давай. Давай будет тебе жена в постели. Так, а ну-ка. Так, а ну-ка, по-английски это у нас... I'm back. I'm back. Это по-английски. А по-украински как? Я повернулся. Я повернулся. Я повернулся. Сейчас я ему переведу. Вот. Я повернулся на украинский. Так, давай тогда на японский давай. На японский, да. Давай с Мододекимаста. Пускай переводит. Чего? Мододекимаста. 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 Мододекимаста какая-то. Ага, это похоже на японский. Да, это японский был. А китайский, сейчас посмотрим на китайский. А китайский, а какой китайский именно? Сейчас китайский. А подожди, корейский. Ой, нет, не корейский. Китайский, давай, это же традиционный. 我回来了. Чего? Кто? 我回来了. Кто во хуя лаяла? Ты чё? Серьёзно? Почти что он... 我回来了. Во хуя лаяла как это? 我回来了. Лаяло, он во хуя лаяло какое-то непонятно. Ладно, давай я тебя сюда засуну. Чао-чао. Да-да. Окей. Так. Давай тогда на этот самый, как его называется. Если пошло, тогда давай сейчас я найду еще где-то было. Где он был? Не китайский, корейский. А ну-ка, корейский. На дурауассо. Чего? На дурауассо. На дурауассо. Какой-то, получается, натурасо. Натурасо. Еще раз? Натурасо. Ну да. Ну почти что. Я могу, конечно, и. Ты сегодня стримишь? Или нет? Или видео записываешь? Общий чат. Ой, отмените, подожди. А где он писал мне? А, он сюда писал. А я тебе тогда сюда вот еще напишу. Вот. Это все то же самое, что ты написал мне I am back. Только на разных языках. Я тебя перевел. И на китайский, и на японский, и на корейский, и на украинский. Я понял, это украинский. Это не русский, это украинский. У них отличается язык. Очень. Ну, он похож на русский, но не похож. Что-то похоже, но... Я знаю, что похоже, но... и не похоже. Так, простите на масло, подожди. Масло такое... капусты. Допустим, вот это поставим. Что еще тут? Вот это вот сюда поставим. Что ты хотел? Растительное масло. Вот, я поставил все это крафтить. Угу. Сейчас я поставил крафтить. Так. Тут надо, наверное, полить, что ли, да? Наверное, еще полить нужно. Чего?
Не снарядов. А, я думаю. А я думаю, почему у меня нету этого самого? Да я думаю. Да. А мой робот-то стоит здесь-то. А что мне требуется-то? Да, что мне требуется-то для этого самого улучшения? Ты хочешь, это Майнкрафт, Эдгар? Получено. Да, я пытаюсь в Майнкрафт играть. Пытается, но так требуется нам... ускорение требуется маслами, как корня, и медная проволока требуется. Ускорение бега, один. Войти. Да, слышно. Ну давай тогда я тоже с тобой. Это самое. Тогда закончим это самое, Рауль. А, ну сколько хочешь закончить? Вот именно сейчас закончить. Давай. Я сохраню, да, тогда? Ай. Я только все под... Я подобрал все это. Окей. Ага. Тогда я буду это самое... С Эдгаром пойду поиграю. В давай. Другую игру. Ой, зачем я вышел, кстати? Все, давай тогда, Рауль. Так я выхожу. О, я... Да, я эту игру тогда сохраню, дай. Помоги мне потом выбраться, окей. Ошибка. Окей, давай тогда. Окей. Счастливо. Давай, пока.